Вас приветствовать на этом канале. Я рад вас здесь видеть. Я вижу, что здесь уже очень много собралось людей. Давайте посмотрим, сколько же тут людей. Давайте посмотрим. О, тысяча людей. Это неплохо. <coughs> Это неплохо. Меня зовут. Познакомимся с вами. Меня зовут Николай. Я ведущий этой программы, которая сегодня будет. И сегодня у нас в программе Разоблачение на меня такое очень очень жесткое очень жесткое прям которое которое перевернет ваше сознание перевернет ваш разум это будет интересно я вам клянусь это будет очень интересно что ж давайте его откроем Откроем, посмотрим, что там. Блин. Как управлять? А, вот так. Ой, спалил рабочий стол. Ничего страшного. Итак, дорогие друзья. Дорогие друзья. Ролик, разоблачающий меня, говорящий обо мне всю правду, который выносит меня просто вперед ногами. Сейчас я перетащу ОБС. Этот ролик называется «Разоблачение Никоглая». История самой большой накрутки. Интригующе. Самая большая накрутка. Блин, я чувствую себя я чувствую себя Владимиром. Если вы знаете, если вы поняли, про какого Владимира я говорю. Это, это, это приятно. Так, аккуратно. Почему у меня стрим включился? Это приятно быть Владимиром Владимировичем. Ну, ощущать себя им, по крайней мере, это очень приятное чувство, честно вам говорю. Итак, ну что, приступим к рассмотру, но почему-то ролик начинается с того, что качество шокальное, да, то есть, ну ладно, пускай будет. Уже успели почувствовать вкус работы после праздников? И думаю, конечно же, отдыхать намного лучше. С близкими или в приятной компании, вкусной еды и любимого сериала. Так вот, праздник может продолжаться, если иметь финансовую независимость. А помочь в этом могут инвестиции, но тут нужно разбираться, что к чему, чтобы не прогореть. И эту самую сложную работу берет на себя инвестиционная компания Avalon. Она анализирует рынок ценных бумаг, крипты и стартапов. Выбирает, куда нужно вложить средства, чтобы получить максимальную прибыль и зарабатывает таким образом. Частью этой прибыли делится со своими инвесторами. Важно знать, что эта площадка берет на себя всю ответственность и гарантирует стабильный доход 1,3% к вложенной сумме ежедневно. Пока не поздно, ты можешь стать их инвестором, а их уже более миллиона по всему миру. Для этого нужно пройти простую регистрацию по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Выбирай подходящий тариф, начать можно даже со 100 рублей и с любого возраста. Здарова, это Кривский всем подписчикам у остальным соболезную. Это видео должно было выйти еще прошлого воскресенья, но сейчас я вам расскажу прямо о некоторых причинах, почему оно перенеслось. Перед выпуском мы решили пригласить на некий предпоказ материала, не ролика, а самих пруфов, некоторых стримеров и людей, которые представляют разные влиятельные сайты по статистике и агентства, а, которые представляют стримеров. Я понял, стримеров. я понял, 46 минут, 46 минут, <кх> чувак будет доказывать, что у меня накрутка. 46 минут он будет доказывать, что мои э, зрители накручены. Это вот этим он будет заниматься в, этим, в этом ролике 46 минут. Но согласитесь? Согласитесь, ребят, это не очень интересно. Это не очень интересно. Не, ну хотите, мы можем посмотреть. Просто у меня есть кое-что жестче. У меня есть информация намного жестче. У меня есть. У меня кое-что намного интереснее есть, чем это. Но если хотите, давайте чуть-чуть это посмотрим, без проблем. Просто это для меня цирк по сравнению с тем, что есть у меня. Ну, давайте посмотрим. Условно говоря, мы позвали пчелки на Мазелова, чтобы понять, как будут реагировать стримеры абсолютно разной аудитории. Мы позвали представителей разных сайтов статистики, чтобы показать, что весь наш материал полностью ей соответствует. Позвали братишкина, чтобы посмотреть, как будут реагировать люди с IQ ниже 100. Ладно, это рофл По итогу обсуждения мы пришли к выводу. Блять, что... он мне Ваню Золо напомнил. Видно, что э, торопился. Позвали братишкина, чтобы ролик посмотрел человек с IQ ниже 100. Ладно, это был рофл. Идем дальше. Блять, это, это смешно. Один. Надо много времени уделить объяснению материала, чтобы легко воспринималось и было понятно абсолютно всем. Два. Так как Никоглай был в бане, надо дождаться его разбана, чтобы не дать ни шанса на подготовку оправданий. И три. В смысле? Подм... Надо подождаться его разбана, чтобы не дать ни шанса на подготовку оправданий. Эээ, скажу так, ребят. Я не оправдывался никогда. Ну как оправдывался, но я никогда не готовился ни к чему. Этот стрим... Он спонтанный. Я знал, про что будет ролик, я знал, что это будет про накрутку до стрима, но я не, не заготавливаю никакие речи или что-то, потому что вы узнаете на этом стриме вообще, кто я, кем я являюсь. Вы узнаете намного жестче информацию, чем накрутка, блядь. Накрутка, блядь. Это так смешно. Заметил еще один неоспоримый пруф, от которого можно выкатить еще много материала. Оставалось только ждать, но так как информация о ролике уже вышла в свет, за эту неделю я столкнулся с неприятностями, которые подкинул мне сам Никоглай. Через день, как я заявил о выходе видео, случайным образом в одном телеграм-канале начинают сливаться мои личные данные. Во время звонка маме я узнаю, что ей, моему отцу и тете целый день вызванивали неизвестные номера. Эти люди представлялись полицией, службами кибербезопасности и угрожали моим родителям, что если от моего имени выйдет какой либо разобрание, то у меня и у моей семьи будут огромные проблемы, в частности с законом. Потом, через некоторое время, Никоглай запускает в ТикТоке эфир и говорит, что скоро на него выйдет разоблачение, но не просто разоблачение. Он говорит, что будут слиты все его личные переписки с друзьями, близкими, которые якобы были проданы мне. Утверждая все этого, мол, я ради хайпа пошел и начал покупать на него инфу, он посылает огромную аудиторию, которая начинает меня хуесосить. Поэтому я сразу во время публикации поставил эту галочку. Надеюсь, она спасет. После этого чел, который сливал Номера пошел Су... дальше. Он начал сливать данные моих родителей, угрожал слить документы и даже запостил фото двора дома, где я живу. Вы спросите, при чем тут Никоглай? А все просто. Этим всем занимался чел под ником Абадон, который хорошо общается с Никоглаем. Он сидел у него на стримах и уже помогал сливать личные данные некого Мити. Никоглай репостил его сообщение в своем телеграме и звал на трансляции. Целую неделю они абаддон пол... Абадон? Абадон. Знаете, кто такой? Бля, что я взял? А, я все, все нормально. Знаете, кто такой Абадон? Абадон пришел в мою жизнь примерно полгода назад, в ноябре. Вы знаете, как он появился в моей жизни? Я вам расскажу. На имя моего друга Вани, самого доброго, искреннего, честного и открытого человека, на имя моего друга происходили минирования. Это делал, очевидно, не Ваня, это делали злоумышленники. Но, как оказалось, эти самые злоумышленники — это был Абадон. А теперь я вам расскажу. Абадон создавал мне проблемы, а потом делал вид, что их решает. То есть у меня появилась вот такая вот проблема, что на на имя было совершено такое, будем говорить, так как мы на Твиче, преступное э, действие на имя моего друга. Приходит Абадон и говорит мне «Бро!» я тебе помогу, я решу эту хуйню. Но на тот момент-то я не знал, что эту хуйню сделал он. Он приходит и реально решает эту хуйню. И я такой типа, вау, чувак, да ты красавчик. Ты помог моему другу, а значит ты помог мне, бро. Ты красавчик, спасибо тебе. И полгода, полгода я общался с этим человеком, поручал ему всякие задания, и недавно, когда я узнал про выход этого ролика, к большому моему сожалению, из-за того, что я больной на голову, я думал, что это серьезный ролик, где всплывет моя жизнь. Очень жесткая. У меня есть в жизни невероятные проебы. Я думал, что Макрица достал на меня проебы двухгодовалой давности. Что я делал два года назад? А два года назад я делал страшные вещи. Правда страшные. Я подумал, что Макрица достал эти вещи, а оказывается, его разоблачение, его ролик, это про накрутку, блядь, про накрутку, про то, что я себе кручу, блядь. Это смешно, это смешно, блядь, это смешно. Меня это веселит сейчас. Тогда мне было не смешно. В чем прикол? В чем прикол? Когда я подумал, что есть шанс того, что всплывет моя хуйня двухгодовалой давности. Я присел на жопу. Я присел на жопу. И вот этому челу, Абадону, я поручал грязные дела. Начал поручать ему грязные дела, потому что он связан с грязью. Когда он мне пришел, он мне так открыто и сказал, чувак, я занимаюсь конкретно грязью в интернете. Я ему говорю, брат, раз ты занимаешься этим всю жизнь, Сделай для меня грязь в адрес другого человека. Сделай для меня грязь, потому что другой человек хочет сломать мою жизнь, хотя я его знать не знаю. Я ему это поручил. И знаете, в чем была моя самая основная вообще ошибка? О чем я жалею? Многие могут подумать о том, что я как-то очень жестко раскаиваюсь. Раскаиваюсь в том, что я когда появился человек из ниоткуда, желает мне зла, хочет сломать мою карьеру и жизнь ради хайпа. Я раскаиваюсь за то, что желал ему зла. Вы думаете, я за это раскаиваюсь? Блять. Честно вам скажу, я, я не за это раскаиваюсь. Далеко не за это. Я раскаиваюсь за немножко другое. Я раскаиваюсь за то, что поручил долбоебу делать мужскую работу. Вот за это я по-настоящему раскаиваюсь. Сейчас, на данный момент, на данный момент в моей жизни только два друга. Два. Для примера, два дня назад у меня было более 30 друзей, близких. Два дня назад у меня было более 30 друзей. Сейчас у меня два друга. Я их понимаю. Я их понимаю. Это... Я могу их понять. Они молодцы, не хотят себе проблем. А когда ты общаешься с таким человеком, как я, возможно, с большим шансом у тебя будут проблемы. Потому что я, в отличие от всех блогеров, стримеров, я не лицемерный. Вот чего во мне нет, так это лицемерие. Давайте я расскажу вам про то, чего я боялся. Я расскажу вам про то, что я думал, что будет в этом ролике. Я раскаюсь. И по-настоящему расскажу вам грязь, которую этот долбоеб не достал. Но из-за того, что я шизик, просто из-за того, что у меня на самом деле, на самом деле, наверное, плохо об этом говорить, но у меня действительно расстройство есть с головой, проблемы. Эти расстройства на фоне вызваны Употребление мною всякой хуйни, которую я, конечно же, забросил. Или еще нет? Ладно, эм... вот этот ролик на фоне. Вот этот ролик, история самой большой накрутки. Разоблачение Никогла. Вот этот ролик? Блять. Блять, это такая хуйня. Это такая хуйня. Он идет 40 минут. Человек убил по 10 часов каждый день работы ради этой хуйни. Вот этой хуйни. История самой большой накрутки. Блядь, я, я разочаровался в Макрице. Разочаровался, потому что он, оказывается, не достал то, что я думал, что он достал. Это обидно. А давайте я вам расскажу, что я думал, что он достал. Давайте я вам расскажу. Вы знаете, на фоне того, что всплыло, вы все думаете, что я очень плохой на фоне того, что я поручал Абадону делать какую-то грязь и прочее. Вы на фоне этого наверняка думаете, что я плохой. Но я вам скажу так. На самом деле я намного хуже, чем вы думаете. Намного хуже. Но я был намного хуже. В какой-то момент я переосмысливал свою жизнь. Я всегда стремился стать хорошим. Я стремился всем понравиться. Если вы заметили... Я с такими огромными цифрами, которые меня окружали, тот огромный онлайн, то, что происходило вокруг меня, я реагировал. Я реагировал на мелкие разоблачения, где все разоблачители говорили одно и то же. Под копирку. Коля издевается над инвалидом. Все разоблачители под копирку посвящали ролик ровно этому. Это можно было спокойно игнорировать. Спокойно, потому что это полная хуйня. Любому мо моему зрителю очевидно, что это полная хуйня. Но я реагировал даже на такие ролики. Почему я на них реагировал? Потому что я хотел всем понравиться. Я хотел быть хорошим для всех. Для меня вот тот онлайн, что сидел 200 тысяч, 300 тысяч, полмиллиона, мне было мало. Мне было мало. Это, ну, я сейчас осознаю, как, как этого может быть мало. Это абсолютные рекорды. Это я себе каждый день проговаривал. Это историческая хуйня. Это абсолютный рекорд. Но мне было мало. Вообще трэш. Так вот. О чем бы я хотел сказать? Та хуйня, что я поручал долбоебу, та хуйня, что я поручал долбоебу, которая всплыла, как по мне, это цирк. Почему это цирк? Потому что все кажется со стороны серьезным, да? Вы думаете, ебать, это же трэш, это очень серьезно. Но если все так серьезно, если это такой трэш, почему прямо сейчас я сижу на прямой трансляции, а не закованный в наручники? Почему я до сих пор не в тюрьме? если это так серьезно, как вы говорите. А все потому, что это не так серьезно. Все потому, что я на самом деле в глубине души всегда понимал, что то, что я писал, это максимально, это максимально плохо, это максимальная грязь. Я это понимал прекрасно, но мною руководили не мои мысли, мною руководили эмоции. Мною, в принципе, по жизни руководят эмоции на протяжении всей моей жизни. И в момент, когда я начал расти жестко, в момент, когда я начал очень жестко расти, я подумал, что эти эмоции это мой союзник, потому что я рос именно на эмоциях. Поэтому я эмоциональным всегда был, принимал решения на эмоциях, базарил что-то на эмоциях. Но сегодня я понял, что на самом деле, по факту, мои эмоции это далеко не мой союзник, это мой самый... Сука, злейший враг на планете. Мои же эмоции. Если вы, кстати, мои зрители, очень сильно хотите, чтобы я посмотрел этот ролик, если для вас это важно, я могу посмотреть. Создайте опрос, пожалуйста, модераторы. Важно ли для моих зрителей, чтобы я посмотрел эту хуйню? Потому что, ну, на фоне того, что действительно про меня есть, это настолько несерьезно, это настолько цирк для меня. Но создайте опрос, может, зрители очень хотят, чтобы я это посмотрел. Создайте опрос, модераторы, пожалуйста. Проголосуйте, зрители. Может, вы очень сильно хотите, прям, ну, Коля, ну, посмотри, блядь, этот ролик, эту хуйню про себя. Посмотри, если, если вы хотите, посмотрю. Сейчас узнаем <coughs> по опросу. Где опрос, блядь, у меня он пропал. Почему у меня опрос пропал? <coughs> Сейчас, секунду. адиос, mm. Почему опрос пропал? Проголосовали за нет или что? Почему, блядь, пропал опрос? Я даже не увидел, за что проголосовали. Блять, мне нервничать нахуй лишний раз или что? Смотрим, не смотрим. Все, вот сейчас проголосуйте. Смотрим эту хуйню или не смотрим. Смотрим? Большинство засмотрим? Если вы хотите, посмотрю без проблем. Все, вижу. Окей. Ну, там 57 на 43, но все-таки большинство засмотрим. Кто мне звонит и зачем? Алло. Мне звонят, мне звонят, советы дают. Как мне стрим вести? Ну ладно, ладно. Я я увидел, <coughs> вы проголосовали, засмотрим. Давайте, но мы будем смотреть его э, в попыхах. Будем смотреть его в попыхах, потому что это полная хуйня. Ну мы посмотрим. Я хуй сосить. Поэтому я сразу во время. Дальше, он начал сливать данные моих родителей, угрожал... Это мы видели, это мы видели. ...столько боишься, что трясешься и пытаешься найти поддержку хоть в ком-то, но тебя все посылают нахуй. Да, Потому правда. ты решил поиграть в клоуна до да, публику. Пожалуйста, я хочу вас попросить, вы можете... Вы можете не, не, не форсить это, не распространять это? Я расскажу про это. Вот это интересно. Ладно, красава. Я ты думал, там, там чисто про накрытку, тут есть интерес. Потому что, когда все узнают об этом... Мне станет так стыдно, от меня, наверное, все отвернутся, пожалуйста. Ты хотел выставить этот ролик как якобы рофл, но ты прекрасно знаешь, для чего он был. Обычный чел поймет, что ты пытаешься троллить, но аудитория детей воспримет это за чистую монету и пойдет везде бить в колокола, агрессировать и оскорблять. А этот пост, где ты запостил скриншот, где чел просит кидать страйки, ты говоришь, мне будет так плохо после этого ролика с грязью на меня, но не надо кидать жалобы, ребят. И кидаешь ссылку на мой канал, зная, что они пойдут. Клянусь, клянусь, не преследовал этой цели, бля, это так смешно получилось. Не, он смешно выкручивает. Клянусь, не преследовал этой цели. Сейчас все, э, я выкладываю скриншот подписчика, он пишет, все кидаем жалобу на этот ебучий YouTube канал лыши Макритский пл. Ой, ладно, он не ребенок, он козел, э, в общем, да. Не, но это, кстати, не запрещенное слово, ну да, ладно. Ребят, я пишу, ребят, мне приятна ваша поддержка, но не стоит так делать, я заслужил. Играл так в клоуна, так именно типа раскаивался. Было, было, было такое. Запостил скриншот, где чел просит кидать страйки. Ты говоришь, мне будет так плохо после этого ролика с грязью на меня, но не надо кидать жалобы, ребят. И... Кстати, многие реально кидали. Хотя, ну я реально не, не нес такого контекста. Кстати, если это слово запрещено, то я его осуждаю, конечно. Но вряд ли он вставит запрещенное слово, зная, что все его друзья-стримеры будут это смотреть и обсуждать. Но дай ссылку еще на мой канал, начал. зная, что они пойдут за тобой, Коля. И кстати, все именно так и есть. Мне реально приходили сообщения, что на меня пытаются кидать жалобы. Только вот их YouTube слал нахуй каждый день. Ты делал новый вброс. То сравниваешь разоблачение со смертью матери, то делаешь вид, что это все рофл. Слы... Я не разоблачение а сравнил со смертью вброс. матери. То сравнив. Я не разоблачение сравнил. У меня сейчас самая настоящая депрессия. Я такое ощущал, когда у меня умерла мама. В тот день, в тот день, разоблачение вообще было ни при чем. В тот день действительно произошла такая хуйня, страшная, что я потерял кое-что невероятно для меня ценное. Вот именно конкретно этот пост вообще не касается разоблачения. Я потерял что-то настолько ценное для себя в тот день, о чем, наверное, я не могу рассказать. Хотя я могу позвонить, спросить, могу ли я это рассказать. Если хотите, да давайте, вы же хотите шоу, вы же хотите что-то интересное, давай я позвоню и узнаю, могу ли я рассказать то, что я потерял в тот день. Не могу, к сожалению, не позволили мне рассказать. Но я тогда от себя скажу, когда-то все равно расскажу, когда-то же я все равно расскажу, вы узнаете, клянусь, узнаете когда-то, просто не сейчас, не, мне сейчас не позволили. Но в тот день вообще вот это сообщение никак не связано с разоблачением. Разоблачение со смертью матери, то делаешь вид, что это все рофл. Слышь, Ганнибал Лектор, не лезь ко мне со своими манипуляциями. Я тебя вижу насквозь, пытаешься залезть в любую щель, чтобы никто тебя не заметил. Ты скользкий, как змей, но сегодня мы откроем твою тайную комнату. Ебать, это круто. Слышь, Ганнибал, не лезь туда, куда не просят. Ты скользкий, как змей. Блять, это круто. Это очень круто. Такая подача рэперская, агрессивная, жесткая. Мне это нравится. Тут не будет личной инфы у Никоглая, и нихуя у его друзей мы не покупали. Зато целый месяц мы собирали огромный пазл по кусочкам и готовы вам его представить. В последнее время весь СНГ Твич, почти все СНГ, я хз, как их назвать, наверное, молодежно-новостные СМИ, обсуждают парня, который показал настолько резкий взлет, которого давно уже не было. Никогда а не было! Никогда не было. Даже близко. Просто представьте, какая это историческая хуйня, когда многомиллионные продакшены, самые популярные турниры в самых популярных играх, International по Доте, мажоры ПКС, где СНГ команды побеждают, набирает зрителей немного больше, чем с виду простой. Колян, Не понял. Деньги капают в карман. Я хочу вам представить наше совместное За что расследование затролил? с создателем самого известного паблика по Рутвичу, Stream Insight. Самый Мы известный раз... паблик по Рутвичу. Открыли схему, в которой замешано более ста человек. Бессонные ночи, эксклюзивные информаторы, проверка многотерабайтных баз данных. И все это ради того, чтобы понять, как зарождалась и делалась самая большая накрутка на СНГ-Твиче. Наверное, дальше нет смысла смотреть, потому что он будет говорить про накрутку. Давайте я просто быстро отвечу про накрутку, потому что он 40 минут будет показывать вам программы, какую-то хуйню, какие-то сайты со статистиками, которые будут говорить о том, что это накрутка. Давайте я просто сразу это разобью, даже несмотря это 40 минут, и перейдем к нормальной нахуй теме, к реальной жесткой хуйне, а не к этой залупе ебаной. Потому что это для меня вообще залуп я разобью это так. Смотрите, я кручу себе зрителей на Твиче, да? Постоянно. Все мои зрители, ну, наверное, не все, но как уверяет э, автор этого ролика, большинство накручены. Хорошо. Получается, у меня накручено вообще все. Просмотры на сторис в Инстаграм свыше миллиона. Накручены. Самый, один из самых больших ростов Инстаграма, когда мне удалили Инсту, я создал новую. У меня сейчас там 900 тысяч подписчиков. Инстаграму две недели. Я его пропиарил один-два раза. Ему две недели. То есть тоже накрутка. Хорошо. Просмотры в ТикТоке. Средние просмотры на моем ролике в ТикТоке более 8 миллионов. Тоже накрутка, сука. Тоже накрутил. Подписчики в ТикТоке. В моем ТикТоке за день в среднем, сейчас, это когда я скатился, за день на меня подписывается 50 тысяч человек. Во время роста на меня подписывалось по 300 тысяч человек в день. Тоже на... накрутка. Это тоже накрутка, оказывается. То есть, все, это разбито. У меня миллион соцсетей, которые росли с невероятной скоростью, где с невероятно огромные показатели, которые говорят о том, что это не может быть накруткой, что ты несешь, дура ты, ебаная. Что ты несешь? Какая накрутка, если все мои соцсети летят? Я... У меня инста, моя удаленная, была топ-3 СНГ по активности. Нахуй. На всех сайтах статы у меня есть скриншоты, блядь. Передо мной был только Литвин и еще кто-то, не помню кто. Я был третий по активности, Тоже, сука, накрутил, наверное. Ладно. То, что люди обо мне говорят, меня обсуждают, это тоже вы... Короче, я э, эту хуйню про накрутку вам разбил. А теперь давайте перейдем к серьезной теме. Не будем заниматься цирком и перейдем к серьезным, важным вопросам. Прямо сейчас одновременно со мной стримит Эвелон 192, который назвал свой стрим «Разъеб Никоглая». Еще неделю назад этот человек называл меня своим другом. Хотя, может, и не называл, может, я выдумал, но сама суть, как мы перестали общаться с Вадей, вы знаете как? Я узнал, что на меня выходит разоблачение, и я его спрашиваю, Вадь, а что за хуйня, на меня Макривский пилит какое-то разоблачение, почему, за что, типа, я у него узнаю, Вадь, ты не знаешь, что там в этом разоблачении, что он хочет про меня сказать, и, ну, я ему это не писал, я ему это позвонил, говорю в звонке, Вадя мне отвечает» этот человек, у нас все было нормально, он э, только вчера добавил меня в свою конфу, вот эту вот э, телеграм-кружочков, мы общались, э, вот, типа, все было нормально, и этот человек мне говорит, Рома Макривский, мне намного ближе друг, чем ты, поэтому я тебе ничего не скажу. То есть, два дня назад ты говоришь мне, Заходи в, к нам, там, в телеграм-канал, эй, йоу, друг, бро, там, с, на стримы я тебя подтягивал с самого начала, а сейчас ты мне говоришь, Рома Макривский мне ближе друг, чем ты, я тебе ничего не скажу, это было больно, это было больно, многие из вас скажут, ну, блядь, ну, типа, не за что осуждать Вадю, ему Рома ближе друг, чем я, он мне это по факту сказал, за что его осуждать, не за что, не за что, красавчик, Был верен своему другу, респект максимальный. Просто мне больно и неприятно, что такая хуйня происходит, и ты запускаешь стримы одновременно со мной, называешь их разъеб Никоглая. Кстати, у тебя, сыночек, зрителей в два раза меньше. Даже сейчас, на такой хайповой теме. Зрителей в два раза меньше. Поправь очки, блядь, иди умойся. Не суть. Он сейчас тусуется с Сережей. Я не понимаю, что не так с Сережей. Джоджо, ХФ. Я не понимаю, что с ним не так. Он сидел всю жизнь, стримил. Он был интересным чуваком, прикольным, нахуй. Охуенный чувак, жо, блядь, я так хотел с ним дружить, мне так интересно было видеться с ним в жизни и общаться, нахуй. Мне было интересно, это охуенный чувак был для меня. Всю жизнь он сидел и стримил пиковый его онлайн, самый пиковый. Если я напишу, он меня поправит. 15 тысяч. Всю жизнь пиковый его онлайн был 15 тысяч. Я один раз пришел к нему на стрим вместе с Ваней таким триплетом, когда он вообще собирался делать какую-то хуйню, в авиапарк пойти с Ваней, но мы решили, давай постримим в квартире втроем, завезу контента, буду у тебя на стриме, он делал благодарный вид, типа, бро, реально посидишь, типа, не в типа, спасибо, он... Он делал благодарный вид, типа, бро, я тебе благодарен, что ты придешь ко мне на стрим, спасибо, я чувствовал от него какую-то искренность, дружбу какую-то, доброту я чувствовал от него. А в итоге? А в итоге, после этого стрима, средний онлайн Джожа был 10 тысяч. После одного ебаного стрима со мной с Ваней, средний онлайн стрима Джожа стал 50 тысяч. С 10 до 50 за один стрим. Человек это просто проигнорировал. Не было такого. Хуйня. Да и вообще, Коля, ты ни при чем. У меня сидит столько онлайна, потому что я красавчик. Ты вообще ни при чем. Ну окей. Я это сказал к тому, что я человеку по факту жизнь сделал, тем, что пиарил его, типа, проводил с ним вместе трансляции, звал куда-то, тусовался с ним. Я хоть был рядом с ним и делал ему жизнь за бесплатно. Просто за то, что ты красавчик! Просто за то, что ты красавчик, я делал ему жизнь. Он это не оценил. Абсолютно никак. Забил хуй, ушел к Ваде и смирился с его мнением. Смирился с тем, что Вадя красавчик, а я какой-то хуй сос. То есть. Я им ничего не сделал, чтобы вы знали. Они просто ушли от меня, потому что Макрица записал на меня разоблачение. Они поняли, что пахнет жареным. Рядом со мной теперь находиться опасно. Меня сейчас разоблачат. И все от меня отвернутся. И как только запахло, просто запахло жареным, они сказали мне, Колянчик, спасибо за все, спасибо за сотрудничество, спасибо, Петюню, пока, давай, Колянчик, как-то сам, как-то мы уходим. Жестко. Это жестко. Для меня это жестко. Когда люди, которым я помог, сделал по факту жизнь. Мне такое говорят: да даже вот это, даже вот это очкастое хуйло, ебаное, жирное, э, даже он сидел всю свою жизнь, там на 20-30 тысяч онлайна в пиковые моменты, в самые пиковые моменты. У него были сотки тысяч, ебать, у меня были там сотни тысяч. Да нюхай ты мой хуй, дружок, были со своими сотней тысяч, нахуй. Понимаешь? Я тебя подтягивал на стримы, я тебя подтягивал на стримы, когда начинал, писал, Вадя, бро, подойди ко мне на стрим, хочешь ко мне завалиться со мной вместе постримить, бля, братишка, там, типа... Я подтягивал его на стримы, это не он напрашивался ко мне. Хотя и были моменты, когда он, бро, я придумал шоу вместе с Ваней, можно я позову Ваню. Были такие моменты, когда он вот такой вот пиздел, типа, можно Ванечку, Ванечку взять, хочу тоже контентика. И знаете, что я говорю в эти моменты? Я говорю, бро, можно? но только возьми, пожалуйста, и меня. Типа, возьми Ваню, которого я, ну, типа, привел в эту индустрию, с которым я завозил контент, возьми и сделай контент с Ваней. Только возьми меня. Он принимал это. Окей, про, без проблем. И все. Я подтягивал его на стримы, поднимал его, общался с ним. То есть осознать, я, я это все говорю к тому, что осознать то, что от тебя резко отвернулись все, и не просто отвернулись, не просто отвернулись, а настроены против тебя. Вчера твой друг, сегодня твой враг. Вчера эти люди называли меня своим другом. Я называл их своими друзьями. Вчера. А сегодня, сегодня они запускают стрим и называют его «Разъеб Никоглая». Смотрят и, наверное, поддакивают, какой я там хуйсос, понимаете? Это жестко. Это жестко для меня, но я с этим Смирюсь, спокойно, потому что эти люди мне не нужны. Все, что у меня есть, я построил сам. Я сделал это сам. Мы, наверное, обсудили все. Всех предателей, всех, кто от меня отвернулся, мне э, не пох максимально. То, что все против меня. Даже я вам наоборот скажу. Я вам сейчас скажу такую вещь, а вы о ней задумайтесь. Чуваки, я с самого рождения был контент-мейкером. Я создавал контент. Начинал с ТикТока, но мои ТикТоки всегда, это подтвердит каждый человек, который следит за мной за... давно, всегда мои ТикТоки отличались от всех. У меня был абсолютно уникальный ТикТок. Абсолютно уникальный, нахуй. Никто не делал такой контент, который делал я. Это я к чему вообще говорю? Это я говорю к тому, что я шоумен. Я люблю, когда моему зрителю интересно. Я это обожаю, блять. Я живу ради того, чтобы мои зрители, чтобы мои зрители развлекались, чтобы им было весело, чтобы они открывали мой стрим, смотрели его и проводили час с кайфом, ржали с какой-то хуйни. Со мной сидели и тусовались. Я это ценю. Для меня это самое важное. Да, я зарабатываю на этом дохуя денег. Я не спорю. Деньги. Это тоже ебать, какой мотиватор, блядь. Если бы не было денег, возможно, я бы этим и не занимался. Зачем тратить свою энергию, да, туда, где нету э, бабок? Э, Спамишь, что-то модератор. Будет еще инфа про Панифику и угрозы Некоглая. Панифика? Ну, я могу рассказать про Панифику, если вы хотите. Ну, давайте вкратце. Дискорд, свадьи. сейчас зайду в дискорд. Э, расскажу про Панифику. Была одна девочка, я вкратце расскажу про панифику, есть одна девочка, которой я э, якобы угрожал. Расскажу, как это было. Я сижу, стримлю, типа, не стримлю, точнее, а смотрю твич. Оп, мне попадается какая-то симпатичная девочка с 80 онлайна. Я захожу к ней, думаю, блин, прикинь, она симпотная. Спускаю вниз и вижу, что она из Молдовы. А я сам из Молдовы. Я охуел, как стример может быть из Молдовы. Я замечаю, что симпатичная девочка с моей страны. И я такой, типа... Охуенно! Лол, охуенно, блядь, типа симпатичная девочка с моей страны занимается тем же, чем и я. Стримит, типа, можно, пожалуйста, его забанить? Алло, уебанный, забаньте его, он же спамит уже три дня. Так вот, я вижу, что э, симпатичная девочка с моей страны. Кстати, вы заметили, даже модераторы мои от меня отвернулись. От меня отвернулся весь мир! От меня отвернулся весь мир! Модераторы, самые близкие друзья, братья, все от меня отвернулись! Это страшно? Нет. Мне пох. Они для меня ничего не делали. Свою жизнь я построил сам. Ну так вот, про панифику давай расскажем. Так вот, мне понравилась девочка, она оказалась с моей стороны. И я начал к ней подкатывать. Пишу привет, там, типа, как у тебя дела? Начинать с ней диалог, как-то общаться, подкатывать. Знаете, что в итоге? Я общаюсь с ней, я ее поддерживаю, говорю, она, говорит там, у меня комплексы, у меня там стрёмный нос, я говорю, зая, у тебя там самый прекрасный нос в жизни, там, типа, я вот ее поддерживаю максимально, а она в ответ берет и запускает трансляцию в Дискорде нашего разговора со своими друзьями. Я, сука, человеку раскрываюсь, говорю, ты симпотная, поддерживаю. А она наш диалог транслирует, нахуй, на 15 человек, блядь, в Дискорде. И отвечает то, что ей пишут эти 15 человек. Я общался с ней, нахуй, 5 часов, а она, блядь, транслирует мой диалог, блядь, на 15 человек. И пишет то, что ей говорят, нахуй. Это вообще пиздец. Я когда это узнал, я хуел, блядь. Естественно, я ее захуесосил, блядь, как только мог, когда это узнал. Как мне не сосить, блядь, такого человека, который такую хуйню, блядь, делает? Конечно, сосил, Вот. И это там выкрутили в итоге, что я ей угрожал. Короче, цирк, это я вам объяснил. Дальше. Свадей, Эвилоном в Дискорд. Да, без проблем. Зайдем. Мне, наверное, не очень приятно будет слушать его, но. Но я буду делать то, что интересно моему зрителю, а не то, что интересно мне. Именно поэтому именно поэтому я проживу. Именно поэтому я никогда не, не скачусь, не умру. Потому что я делаю то, что интересно людям. Я не думаю о себе, я думаю о людях, как наполнить их жизнь красками, как их развеселить. Я шоумен. Я сломаю себе сука руку. Я сломаю себе руку ради контента. И ни капли об этом не пожалею. Вообще нахуй. Если, кстати, кто-то не видел, как я сломал руку, могу сейчас телеграм-видео запом... запостить. Я просто ролик снимал, нахуй. А я теперь на всю жизнь инвалид. Эта рука, когда вылечится, она не будет выгибаться до конца, блядь. Давайте запущу свой телеграм-ролик, как я руку сломал. Че чекайте мой телеграм, поспамьте мой телеграм, ссылку на мой телеграм в чат. Сейчас я видео запущу, как я руку сломал, чтобы люди посмотрели, что я ради контента рву жопу свою. Лишь бы было интересно не мне, а моему зрителю. Чекайте мою телегу, поспамьте, поспамьте в чат. Там видео, как я руку сломал, видео об этом. Ну, как это произошло, прям на видео сломал руку. Все, запостил, запостил видос в свой телеграм, чекайте, как я руку сломал. Так вот, сейчас я добавлюсь в дискорд к Вадиму Эвелону, моему старому другу, а отныне хейтеру. Сейчас добавимся к нему в дискорд, узнаем, что же мой, что же мой хейтер может про меня сказать? Сейчас. Ля -ля, ля 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 ля. Все хотят узнать, в чем же мой секрет? А прямо сейчас весь твич Рунета обсуждает кого? Обсуждает меня, а не вас. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Все хотят узнать, в чем же мой секрет. бе 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 Я очень богат, а ты очень нет. Обожаю такое. Я обожаю это. Я обожаю это. Я это обожаю. Я сделал что-то интересное. Очень интересное. Это смотрят все. Это обсуждают все. Я сделал то, о чем я всегда мечтал. Я создал грандиозное, уникальное шоу. Это... Я так рад. Я так рад в эти моменты. Пусть это, пусть это сделано на зле. Но я так кайфую, когда это происходит. Блять, это не передать словами. Меня обсуждают все. Просто весь интернет говорит о том, какой я хуёвый. Весь интернет. Чуваки, блять, это пизда. Это пизда. Я, я не могу передать словами эти эмоции. Ну давай позвоним Вадиму Эвилону, моему бывшему другу. Моему товарищу, блять, спросим, как у него дела. Алло. Алло, товарищ. Вы, выйди отсюда. Ты что, охуел? Ты меня позвал в разговор, я тебе Я тебе сказал, выйди отсюда. Зайдешь, когда я, я не буду стримить. Когда я не буду стримить, я тебе смогу все объяснить. Давай я, не я, я не хочу жертвовать. Я не хочу жертвовать. Я не хочу создавать тебе ебаный контент, который ты единственный можешь сделать на ебаных конфликтах, нахуй. Я тебе зайду без стрима и расскажу, что и к чему, что я тебе могу я сделать. Выйди отсюда. Выйди отсюда! Иди Выйди отсюда, отсюда блядь. Сука, ебущая, блядь, залупа, нахуй. А нахуй вы мне спамили, чтобы я зашел в Discord? Если вы видите, что он. Мягко говоря, не готов со мной разговаривать. Он понимает, что не вывезет со мной разговор, к сожалению. Ну, понятное дело, когда человек от тебя отворачивается, да, и резко становится твоим хейтером. Вряд ли ему толком есть что сказать, да? Вряд ли. Ну, не суть. Не суть. С Вади не получилось поговорить. С кем-то еще? У меня, может, получится поговорить. Вряд ли. Нет, вряд ли вообще у меня с кем-либо получится поговорить. Кстати, я на сегодняшний стрим. Звал Хесуса, Хесус сказал: Я вряд ли смогу и запустил от себя. Хес, так если бы ты у меня сидел, у тебя было бы больше трафика, ты меня, может, где-то корректировал, где-то бы поправлял, где-то бы давал мне втык. Ладно, не суть. Вообще не суть. Вы только что наглядно видели. Наглядно видели, что люди, которые меня окружали, достали ножи и пошли на меня толпой все. Это охуенно. Это аху иена. Потому что если ты способен создать нечто подобное, что весь мир против тебя, хотя ты по факту искренний чувак, искренний чувак, за мной есть грязь, за мной есть грязь, за которую я каюсь, но точно такая же грязь, которая есть за мной, есть за каждым, абсолютно за каждым зрителем этого канала, кому старше, кто старше 18 лет. Абсолютно за каждым зрителем есть точно такая же грязь. Но не суть. Как я и сказал, весь ебучий Twitch во мне я сделал онлайны всем своим хейтерам. Они могли со мной дружить. Я и так с удовольствием делился с ними онлайнами. Но они выбрали стать моими врагами. Они заработали онлайн прямо сейчас, большой, но этот онлайн в моменте. Сейчас он есть, они его удержат еще пару дней, а потом их зрители скажут, типа, ну, камон, я сюда пришел, потому что ты засирал Никоглая, ты там мне не очень интересен. И статистика канала вниз. А вот я, а вот я, никогда не позволю такого, чтобы я там скатился на самое дно, потому что я повторюсь я не работаю ради себя. Я не запускаю стримы, потому что мне нечем заняться. Я не делаю ролики в ТикТок, потому что мне нехуй делать. Я ебашу ради зрителя. Все, что я делаю, я делаю это ради того, чтобы мой зритель был доволен. Чтобы мой зритель смеялся, или плакал, или обсуждал меня, или ненавидел, чтобы он говорил обо мне. Я делаю всегда, каждый день, все ради этого. И посмотрите, к чему я пришел. Я это говорю уже 150 миллионов раз, но я не могу об этом не говорить 150 миллионов раз, потому что все. Все во мне. Все во мне. Все во мне. Это круто. Это круто. Это круто. И вы спросите, доволен? Вы меня спросите, доволен? Я скажу... Не очень доволен. Потому что я бы мог сделать так, чтобы и так все было во мне, но при этом на хорошей ноте. Но к сожалению, все во мне на очень плохой ноте. Так давайте я расскажу вам истину обо мне, которую, про которую будут сниматься ролики. Давайте я вам расскажу про это. Про мою грязь, которую я боялся, что будет в ролике. Грязь такая. Первое. Я употреблял. Жестко. Жестко. Ну давай, давай, ладно, давайте так, давайте так. Давайте я расскажу про свою жизнь. Окей, давайте я расскажу про свою жизнь. Окей, okay? вы послушайте. Это очень. Потому что я не просто расскажу про свою жизнь, как вы сейчас аля думаете: типа, вот, я там, у меня умерли родители, типа буду ныть, какой я жалкий, что у меня умерли родители. Не-не-не, ни в коем случае. Я расскажу про свою жизнь, чтобы вы имели в виду вообще, что я за личность, что я за человек. По пунктам. В 9 лет, когда мне исполняется 9 лет, моя мама умирает в больнице от рака четвертой степени мне становится в этот момент неприятно. Не будем ныть, усугублять, говорить, как это плохо, мне становится неприятно. Через год после этого события мой папа умирает от передозировки запрещенными веществами. Он умирает в ванной в своем доме, когда мне исполняется 10 лет. Ой, стоп, стоп, сейчас. Из... Нет, нет, я не ною, я не ною, я не ною. Они оставляют в наследство мне и моему брату две квартиры и машину. Две двухкомнатные квартиры и машину оставляют в наследство мне и моему брату. За один год мой брат проиграл в казино свою квартиру. Сейчас, сейчас. Сейчас, я не знаю вообще. Все нормально, все нормально. За один год мой брат проиграл в казино свою квартиру. За второй год мой брат проиграл в казино мою квартиру. То есть в первый год свою, во второй год мою. Он проиграл две квартиры за два года в казино. Машину, очевидно, тоже проебал. После того, как это происходит, после того, как это все происходит, он набирает дальше долгов. Жестких, вообще жесточайших долгов. Он дальше лезет в долги, он не наигрался в казино. Не хватило моему брату проиграть все имущество, доставшееся от родителей. Ему это не хватило, он лезет дальше в долги. Я на протяжении всей своей жизни привык к тому, привык к тому, что мы должники, я, мой брат, моя семья, что мы должны денег. Я привык к этому, вся моя жизнь построена на том, что у нас нет денег, мы всем их должны. Я рос в таких условиях. Вы не представляете, какая-то грязь, нахуй. Когда, блядь, ладно. В общем, я рос в таких условиях, что я, мой брат, это мы должники, и в один момент я замечаю, ну, я ебашил, я ебашил стримы в тот момент, старался, делал, что хотел, естественно, стримы ебашил на комп, купленный там в кредит, вся хуйня, то есть крутился как мог, я, я уже с самого детства, еще тогда, с того возраста, я понимал, что, м -м -м, типа, мне нужно крутиться, брат мне ничего не даст в этой жизни. Все, что у меня будет, я должен добиться этого сам. Никто, сука, со стороны ничего мне не даст, никто мне не поможет. С самого детства у меня не было друзей, потому что я ебашил. Потому что когда мне было 16 лет, мои друзья думали о вписках. Потусить, пойти, выпить алкоголь, нахуй, после школы там покурить, заняться, пошабить, посуетить. У меня не было на это время. Я ебашил уже с того возраста, нахуй. И когда появился ТикТок, когда появилось приложение ТикТок, в тот момент, в самый первый день, не в самый первый день, а когда оно хайпануло, я увидел его и понял. Я разъебу мир. Я это понял, когда я увидел видос Дани Милохина. Видос был такой: играет музыка, и Дани Милохин кривляется на, на камеру, кривляется под музыку. У него 300 тысяч лайков и там 5 миллионов просмотров. Я это вижу и понимаю. Ебать! Чувак просто включил музыку на телефоне, покривлялся. И у него 5 миллионов просмотров. Как только я это понял, я понял, что все, пизда. Я, я разъебу, я разъебу. У меня ушло полтора года примерно. И я реально разъебал. За полтора года я реально разъебал. Я еще тогда это понял. Я все полтора года хуярил. По 10, по 12 часов в день. Создавал контент, придумывал шутки, что-то где-то пиздил. Создавал хуярил по 12 часов в сутки, я добился сам, без помощи. Никто не дал мне денег, никто мне не помог, никто не поднял мне онлайн, как я поднял онлайн всем своим старым друзьям, своим соло присутствием, нахуй. Никто мне такого не сделал, я всю жизнь, все, что у меня имею, я хуярю за это, блядь, 12 часов в сутки. За все, что я имею, я хуярю, блядь. Никто мне ничего не дарил. Вот. На фоне этой хуни, я вам скажу честно, я немного начал ехать головой, по-настоящему ехать головой. У меня происходили тики нервные, панические атаки. Просыпался среди сна, просыпался среди сна от того, что мне снилось, что я стою и смотрю на себя, блядь. Это вообще что за хуйня? Ну, ладно, не будем ныть, усугублять. Просто суть в том, что я действительно клинически, у меня есть бумаги подтверждающие. То есть, если вы, например, скажете, Коля, ты, ебать, какую-то хуйню придумал, ноешь тут, чтобы мы тебя пожалели, выломал какую-то болезнь. Если вы так скажете, а вы так, конечно же, скажете, вы же, типа, все такие пиздатые, вам нужны пруфы. Я, я достану, клянусь, бум бумаги, позвоню тете Свете, эти бумаги всплывут, я вам все покажу, что я действительно клинически на голову был больной какое-то время. У меня была и эпилепсия, и всякая хуйня, я там не лез разбираться с бумагами. Я не люблю вот эту бумажную волокиту и все, что с ней связано. Поэтому я не шарю, но проблемы с башкой у меня объективно были, и они сказываются по сей день. На фоне этих проблем с башкой и произошло то, что сейчас происходит вокруг нас. Это вот та грязь, что я говорил. Типа, мои угрозы, которые якобы были. Ну, я их просто не признаю, знаете. Я, наверное, не прошу. Я, я ни в коем случае не прошу. Поймите меня. Я, блядь, вырос без родителей. Я больной. Поймите меня. Я психически больной. Не, не, не. Я ни в коем случае не прошу. Если вы для себя делаете вывод, что я законченный уебан вы красавчики. Если это ваше мнение, ваше решение, вы посмотрели на меня, мой контент, что я делаю, и вы сделали такое, вы, такой выбор, такой вывод, что я полнейшая тварь, все, вы красавчики, я переубеждать вас не буду. Я всю жизнь занимался тем, чтобы переубедить людей, которые меня не любят, в том, что я не такой плохой, как они думают. Я всю жизнь этим занимался, сейчас я этим заниматься не буду. Вы сделали вывод, что я мразь? Пакостите мне, как хотите. Комментарии, Жалобы на меня кидайте, угрожайте. Как хотите, пакостите. Красавчики, это ваша жизнь, вы ее проживаете, это ваш выбор. это... Никак не хочу на это влиять. Вообще, ни капли. Вот. Но. Но. 3 миллиона 150 тысяч. Что это? Коль, я верю в тебя и хочу, чтобы у тебя все да было я... хорошо. Я не, не плачу, плачу я не плачу, бро. Я просто я плачу. начал рассказывать про свою жизнь и как-то вот подсознательно въебало. Я не хотел, я максимально это контролировал, это подсознательно въебало, я это поймал, удержал. Все нормально, бро. А, так вот, я в тысяч... Сто миллионный раз повторюсь. Смотрите, что я обычный парень с Молдовы, с Кишинева, который с самого детства рос в долгах, которому никто не помог, ни копейки не дал, который всю жизнь был должен денег. Смотрите, что я сделал. Я очередной раз сотворил историю. Очередной раз все меня обсуждают, говорят обо мне, упоминают везде. Я это делал и не на грязи, на контенте с Ваней, но я, я всегда на это смотрю, и именно это питает меня. Это питает меня жить. Я хочу жить в эти моменты, я хочу, мне это нравится. Я сделал что-то, ебать какое интересное. И это меня питает. Я понимаю, что то, что сейчас происходит, это будет инфоповода месяца как минимум. Я буду самый обсуждаемый как минимум месяц, самый обсуждаемый в интернете. Да, в плохом ключе, да, все будут писать, чтобы я там сдох, желать угрозы, все вот эту хуйню. Да, да, в таком ключе. Но это тоже хайп. Посмотрите на Дашу, инстасамку. Вы же знаете прекрасно все, кто это. Кстати, уже сам факт, что вы прекрасно все знаете, кто такая инстасамка, да? Какая у нее репутация и что она делала? Как вы думаете? Ей тяжело живется? Как вы думаете, она страдает? Мне почему-то кажется, что у Даши инстасамки все очень хорошо в жизни. Что она зарабатывает очень большие деньги и ни в чем себе по жизни, в принципе, не отказывает. Кстати, в чат спамят... Посмотри ролик. Всем похуй, Посмотри ролик. Ну, ладно, я могу посмотреть. Тебе надо в сквад курседу с такими речами. Настоящий дед, инсайт. <серкненько> Спасибо. Ну, типа, я могу его еще посмотреть. Просто э, здесь ролик посвящен тому, что ты г, что ты г. Типа мне проверить Телеграм? Что Телеграм? Нахуй ты мне спамишь? А, удалили видос Макривского? В смысле? Какой вот этот? Его, его больше не существует или что? А, вау! Я к этому руку не приложил, я просто стримил. Это говорит о том, это говорит о том, что люди меня поддерживают, чуваки, которые меня поддерживают, которые меня поняли, хоть я и не, не просил вас меня понять, чуваки. На пиво, чтоб не грустить. Я бесконечно рад что я когда-то вам помог. Я принес вам, может, позитивные эмоции, может, негативные, может, какие-либо эмоции, что я вам привел какие-либо эмоции когда-то, и за это вы меня благодарите, поддерживаете. Я в ответ благодарен вам в сто кратно раз больше. Я захожу часто в личку Телеграма, а просто так общаюсь со своими подписчиками. Я часто, в общем, чуваки, клянусь, то, что вы для меня делаете, та поддержка, те люди, которые меня поддерживают, отстаивают мою позицию. Не кричат, как, как все, что я какой-то хуесос гнилой. Вы для меня дороги, как, как, не знаю, как... Я хотел сказать, как, как друзья, но я что-то вспомнил, что у меня осталось два друга. И это слово что-то меня... Ну, слово «друг» меня что-то триггерит. Что-то мне аж тяжело говорить слово «друг». Хотите, я зайду в Канфу вот сейчас со своим бывшим другом. Просто зайду, вы послушайте, что он говорит. Ну, что, что такое дружба просто, как она бывает выкручена. Смотрите, я захожу. Алло. Алло. А, я не успел зайти, мне дали бан. Поняли, там канал основной, мне дали бан, я даже не успел зайти. Видимо, этот самый друг смотрит мою трансляцию, и он дал мне бан. Поняли, да? То есть во что превратилась там моя дружба когда-то с человеком. Короче, я хочу что сказать. То, что все абсолютно против меня, все мои бывшие друзья, знакомые отвернулись и пытаются меня захуярить, съесть и раздавить, я их понимаю, почему они это делают. Они это делают, потому что я уебан. Я, сука, пришел на Twitch и кричал, Посмотрите на меня, блядь, я не Каглай, у меня огромный онлайн. Я, я гордился собой, потому что некому было больше гордиться мной. Я, я гордился собой, хвалил себя. Это плохо, это чесвешно. Людям это не понравилось. Я вообще, знаете как, когда происходит какой-то конфликт, я был у психолога вчера. Опять же, блядь, не прибедняюсь, я просто говорю то, что мне сказал психолог. То есть я не, не прибедняюсь, типа, я был вчера у психолога, меня пожалейте. Если вы видите такой контекст, вы уебан, его нету. Так вот, я был вчера у психолога, и психолог мне сказал, типа, когда происходит какой-то конфликт, какая-то ситуация, посмотри на эту ситуацию не только со своей колокольни, поставь себя на место другого человека и посмотри с его уст, как эта ситуация выглядит с его глаз. И вот я поставил себя на место моих бывших друзей, и все, все это, получается, гнили. Смотрите, вот этот парень, Эвелон 192. Стримил на Твиче, занимал топовые позиции. Он стримил, там, давайте возьмем его самое, самое пиковое время. На сотни тысяч онлайна, на 110 тысяч онлайна, на 115. И у него был только один конкурент. Слава Бустер. И они вдвоем постоянно враждовали. То у этого 120 тысяч онлайна, то у этого. Постоянно они играли, э, по сути, в перегонки на Твиче. То есть у них была, э, ну, вражда ровень в ровень. У них был абсолютно, по сути, одинаковый онлайн. И они боролись за лидерство Твича. И тут вдруг откуда нахуй не возьмись вообще, откуда-то, блядь, с воздуха, откуда-то из-под пизды какой-то непонятный человек, чувак высирается и бьет их рекорды. Просто бьет их рекорды. Имеет на трансляциях настолько больше, чем они, в два, в три, в четыре, в пять, в шесть раз больше, чем они, что, ну, просто чувак понимает, что он не догонит. Все, он это видит. И наверняка это жрет его изнутри. Он видит чувака, который высрался из воздуха, и он не может его догнать. У него слишком большие цифры, он появился вообще хуй пойми откуда. И наверняка это его жрет. Я скажу за себя, меня бы, наверное, тоже это жрало, что я там ебашу много лет на какой-то площадке, работаю, стараюсь, откуда ни возьмись, появляется какой-то хуй со сплитом и просто разъебывает, разъебывает, показывает невероятные результаты. То есть это была причина Ненависти ко мне, ну такой внутренней, скрытой ненависти ко мне. То есть, это, ну, очевидно, он не, не может взять и позволить себе э, открыто меня ненавидеть из-за того, что у меня больше онлайн. Его же за это схавает аудитория. Он не может себе позволить взять и искренне сказать то, что думает. Потому что аудитория его не поддержит в этом вопросе. И это лишь был Вадим Авилон чувак, который занимал самые топовые позиции. А под ним же еще миллионы стримеров, миллионы, которые так же, как и он, ебашат. Братишкинов, Джессуса ГН, Макривский. Они так же, как и он, хуярят целыми днями на Твиче. И если Вадиму и Вилону до меня далеко, то им, им-то что? И они вообще. Я, я как звезда, нахуй, они, блядь, на земле. То есть им до меня миллиарды километров. Они даже не дышат мне, блядь, в пятку, понимаете? И это на фоне, на фоне этой хуйни у людей, очевидно, выработалась ко мне агрессия, ненависть, злоба. Почему так? Почему я хуярю, блядь, много лет, приходит какой-то хуй и за месяц въебывает тут все? За что я ебашил? Понимаете, у людей это есть. Они это никогда не признают. Они будут смеяться, Ха -ха -ха -ха. А, какой он пиздобол. Что он выдумал, вы видите? Он говорит, что мы завидуем, а мы не, а мы не завидуем. Они будут, они будут вот так общаться. Я же читаю их, у них все написано на ебале. Они будут вот так общаться, но чуваки, если вы не говорите о том, что вы завидуете, это не значит, что вы не завидуете. У вас на ебале написано, твари, что вы ебашите по пять лет? но вы не можете, вы не можете даже понюхать мою сраку. И они делают ролики, где говорят о том, что я накрутил. Они предают меня, сливают личные переписки. Вы бы знали, сколько раз каждый из них. Передай привет Юрию Никулину и Грише Леонову, бротов. Очень вовремя, бро. Э -э, Гриша Леонов и Юля Никулина, привет. Так вот, они они знают, они они ненавидят и они на фоне этого меня ебашат. Кстати, сейчас я давно не читал чатик. Ребята, я добрый и красивый. Подпишитесь на Инсту покачивал. Хоронят свою карьеру. Собака, Мишка, кун, собака, Мишка, кун, собака, Мишка, кун, собака, Мишка кун. А как -кун, ты пропустил этот донат, Катана? Собака -мишка -кун, собака -мишка -кун, ну, я замучу, но у меня вопрос: Катаня. А как ты пропустил этот донат? Ну ладно, бывает, ошибся и все. <coughs> Убери. Ну, я, 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 я удалю, если что, донат, если там что-то проскочит. Просто не пропускай хуйню. Я честно, э, честно, очень сильно бы хотел прямо сейчас поговорить со своими предателями, с людьми, которые называли меня своими друзьями, но когда запахло разоблачением на меня жареным, они мне говорят: "Ты нам больше не друг, бро. На тебя тут Макриски делает разоблачение. Ты нам больше не товарищ. И на меня есть..." Блять, на меня есть грязь, да, за которую мне стыдно. Есть вещи, за которые я каюсь, потому что я сделаю эти вещи на эмоциях. То, что э, выльется в интернет, ну, многие уже знают, что я говорил, что вот этот чел, который создавал мне проблемы и решал их, который втерся ко мне в доверие, он же слил всю нашу переписку за полгода. Я же ему доверял, типа, я ему писал все вообще. Я был перед ним искренним. Я говорю: вот я хочу, чтобы ты сделал то-то, то-то для меня. Я хочу, чтобы ты сделал для меня то-то, то-то. Я просил его делать грязь. Это неправильно. Это неправильно. Это неправильно просить человека делать грязь. Мне за это стыдно. Потому что я делал это на эмоциях, но вот сейчас, вот сейчас, я первый раз обращаюсь к вам с просьбой меня понять. За весь стрим я ни разу не говорил вам, поймите меня, как мне тяжело. Нет, нет, нет. Только сейчас я первый раз обращаюсь к вам с просьбой меня понять. Вадим Авилон, да? И вот этот вот чувак, Абадон, полгода... Ну, нет, вилон тут ни при чем, я случайно его сказал имя. Абадон, вот этот чувак, полгода втирался ко мне в доверие. И у меня подозрение, что он засланный Макривским. То есть, когда он, Абадон появился, когда я только взлетел. У меня есть теория, что это Макрица, в принципе, его послал. Но я в этом сомневаюсь, потому что он действительно выполнял для меня дела. Поэтому это всего лишь теория. Но есть такое подозрение. Так вот, вот сейчас поймите меня. Представьте, человек открыто желает вам зла. Открыто. Ни за что. Вы его даже не знаете. Вы не знаете его имя, фамилии. Но он открыто желает вам зла. Он говорит вам о том, что, чувак, я растопчу тебя, уничтожу твою карьеру. И я заберу у тебя все, что есть. Ты смотришь на него и спрашиваешь, а за что? А за что ты хочешь растоптать меня, уничтожить мою карьеру? За что ты это хочешь сделать? А он смотрит на тебя и говорит, просто ради хайпа. Ну, он мне так не сказал, но мы то понимаем. Зачем э -э, Макриевский, зачем они хуярят по 10 часов в день? Ради чего они хуярят? Не спят, как Макриевский пишет в своем телеграме, я не спал, блядь, двое суток. Ради чего он так хуярит? Не ради хайпа. Конечно же, ради хайпа, потому что денег он с этого это не заработает. Ну, это нельзя монетизировать, нахуй. Так вот, чувак открыто, смотря вам в глаза, говорит, ты лучше меня, поэтому я тебя ненавижу. Я тебя презираю, я сломаю твою жизнь, я заберу все, что у тебя есть, потому что ты лучше меня. Скажите честно, вы в ответ не желаете этому человеку, чтобы он, мягко говоря, пошел нахуй? У вас не просыпается в груди такое чувство, что, ах ты, сука, вот так значит, нахуй, да я тебя сейчас у вас в груди такого нет. Сейчас я открою чат, почитаю. Хотя там наверняка будет спам какой-то хуйни. Да, там картинки. Пишут, нет, конечно. Пишут, да, нет, да, нет. Ну, то есть мнение очень сильно расходится. Мнения очень сильно расходятся. Ну, как, ну, блядь, у каждого человека свое мнение. На то мы и личности. Мы разные люди, которые прожили разные жизни. И у нас разное отношение к миру. У нас абсолютно разное восприятие мира. Но я хочу вам вот что сказать: очень важную вещь. Мои обидчики все, кто желает мне зла, а, а таких в данный момент большинство все, кто желает мне зла, все, кто меня ненавидит, будет меня поносить, обсуждать меня, говорить о том, насколько же я плохой, насколько я хуёвый, и будут пытаться мне навредить, мне и моей семье, которой у меня нет. У меня один брат, но наверняка они будут пытаться достать его контакты, чтобы как-то ему навредить. Все, кто будут пытаться мне навредить, я не оставлю их без внимания. Я больной, я больной на голову человек, но я не оставлю без внимания, если человек желает мне зла. Если он хочет мне навредить, я не оставлю это без внимания. Я потрачу все. Я отдам все, что у меня есть, чтобы человек понял, что желать мне зла ⁇ это самое последнее, что ты можешь делать в этой жизни. Это желать мне зла. Я заставлю человека понять, что это неправильно. Попробую поговорить, договориться с таким человеком вам моя позиция кажется страшной и неприемлемой, тогда считайте меня уебаном. А тот, кто меня понимает, тому спасибо. Мне писал Хесус только что, которого я звал на стрим. Может добавить его? Он говорит, Коля, да ты себя закапываешь. Может добавить его? Узнать? Как же я себя закапываю? Давайте я его добавлю, только я отойду по писю. И сейчас приду, добавлю Хесуса, узнаю его позицию. Интер... Мне интересна его позиция. Сейчас приду. Ну что, гайс, добавляем Хесуса АВГН. А если со мной хотят поговорить еще кто-то, например, со мной хочет поговорить вот этот персонаж, Братишкинов со мной хочет, ну, этот персонаж не хочет со мной разговаривать, мы уже это поняли. Но если вдруг хотят, ребят, я открыт для диалога, но вряд ли вы вывезете со мной диалог, потому что вы не знаете, кто я, а я знаю, кто вы. Я предупредил. Сейчас добавим Хесуса. Кстати, звучат мои речи очень, наверное, как-то, а как, как я выражался, ЧСВ, что типа, бля, он такой ЧСВ, он такого о себе мнения. Вы знаете, соглашусь. Звучит чесвешно. Веду себя как мразь, которая очень сильно себя любит. Стыдно ли мне за это? Немного, немного. Понимаю, что наверняка зрителю неприятно смотреть на то, как чувак хвалит себя. Наверняка это зрителю неприятно. Мне стыдно. Я каюсь. Я постараюсь поменьше этого делать, просто это мой мотиватор, это мой движок работать, это мой движок существовать, хвалить себя, говорить себе о том, что я пиздатый. Это мой движок извините, что он вам кажется хуевым, простите, мне жаль, он действительно хуевый. Где мои ушки ебучие? Я захотел одеть ушки. У меня когда голова болит, я одеваю ушки, они помогают. Итак, добавляем сюда Хесуса, который заявляет о том, что я себя закапываю. Интересно, какая же у него позиция? Хотя я прекрасно знаю его позицию. Алло, а, алло. Может дискорд? Меня? Да, может дискорд пойдем. Даже дискорд напишешь мне в ЛС. Я веду твой ник цифры в дискорде. у Я... Эвелона. А, Комната ты стрим 5 так, так он же меня забанил. А он же меня а -а -а. забанил, да. То есть поэтому нам ну нужно в личку пойти. Меня Эвилон забанил в своем канале. Блять, ну слушай, так, а какой у тебя дискорд? Ну, случае. Напиши мне свой с цифрами, я скопирую, вставлю, добавлю тебя э, напишу или давай ты меня добавишь, не знаю, добавим просто друг друга и созвонимся. Окей, под... я сейчас тебе дискорд скину. Давай скидывай. Yes. Сейчас узнаем позицию моего хейтера. Но что я хочу сказать про Хесуса? Хесус никогда не был мне другом. Он изначально был моим хейтером. Ему за это респект. Он не играл со мной в друзей. Он не подсасывался ко мне. Он изначально дал мне понять: Колянчик, Никоглай, ты мне не нравишься. Ты говоришь то-то-то. Ты ведешь себя так-то, так-то. С самого нашего начала знакомства Хесус дал мне понять, что я ему неприятен. Соответственно, человек меня не предавал. Он не лицемерил. Это мне, мне приятно, что меня не предали. Мне очень приятно. Потому что предательство в последнее время. Фу, много. Очень много. Сейчас я его добавлю в Discord и послушаем, что же... Что же такого интересного он может мне сказать? Джессус. Решетка. Ой, блядь, извините. Все равно я не спалил ничего. Я просто немного на эмоциях. Почему я не могу отправить запрос дружбы? Все, отправил, отправил. <звук> Сейчас. Алло. Я отправил тебе запрос дружбы, мой ник Никоглай. Mm, так. Мой ник Никоглай отправил запрос дружбы. <звук> я понимаю, но... Сейчас. По-английски? Да, по-английски. Не Коглай. Так, но ну я не знаю, я кого-то принял с таким никнеймом, но я надеюсь, это ты. Напиши что-то. Все, вроде принял. Напиши что-то, ВЛС. Любые буквы, цифры, чтобы я увидел. Uh, да, да, это я. <сосква> Все, сейчас наберу. Давай. Все, давай. Ну что, ребята, сейчас добавим сюда такого серьезного человека, как Хесус. Человек хейтил меня с самого начала моей карьеры и не играл со мной в дружбу. Мне этот человек, скажу честно, приятен. Честно, он мне приятен. Именно не неприятен, типа, а именно приятен. Мне приятен Хесус. Теперь давайте наберем ему. А, ну... Алло, привет, Джесс. Да, 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 привет. Ты мне написал в ЛС? Что я сам себя сейчас сижу и закапываю. А так и есть, да. Поис... Но ты реально сам себя закапываешь. Типа, я, я, я не понимаю просто. А, а что ты называешь ты, С какой закуп... целью ты подрубил стрим? Зачем? Чтобы что? Ты видео даже не посмотрел, правильно? Бро, Вообще. Бро, там видео про накрутку. Это цирк. На меня а есть... видео не только про накрутку. Понимаешь, твои угрозы к Макривскому, То, что ты сейчас про э, Эвелона говоришь, какими-то опять цифрами кич, кич, кичишься, блядь, что у тебя там так много онлайна. При чем тут вообще все это? При чем здесь, блядь, онлайн? Ну ты типа что, этим как пытаешься при чем? оправдать свои как действия? Как при чем? Ты послушай мой стрим! Все, что я делаю, моя жизнь. А я, сижу на я, стриме, блядь. Я, я клоун. Все это я клоун. О. Вся моя жизнь заключается в том, чтобы моему зрителю было весело и интересно на моих трансляциях. Чтобы он меня обсуждал. Чтобы я был Нет, в центре подожди, внимания. Подожди, стоп, я клоун. Стоп, стоп. Я создаю контент. подожди-ка. Я, в отличие стоп, 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 стоп. от тебя, самый громкий не, сейчас рей, в интернете. Поэтому я и кичусь цифрами. Не, не, не. Потому что я... Приношу людям что-то, какие-то эмоции, какую-то радость, печаль, злость. Я приношу что-то им. Это моя работа, это моя цель жизни. Мне это нравится. Я самая обсуждаемая личность в интернете. И вот при чем тут все это. Потому что есть, это подожди, смысл подожди. и суть моей жизни. Чтобы людям делать, сука, добро нахуй. Приносить им, блять, позитив, <связычные> негатив, сука, <связычные> все. Это, это моя жизнь заключается в этом. Быть шоуменом. Я клоун, запомни. В этом весь прикол. Ты, ты на Макривского ФСБ вызывал. Ты, блядь, пытался там ему угрожать. Отрицаю. Там, зуб ему выбить, блядь. Отрицаю. Его компу топить в речке, блядь. Это что, тоже шоу, хочешь сказать? То есть, это все было фэк, да? То есть, Отрицаю. это все не по-настоящему. Отрицаю, что я такое говорил. Был человек, как, который блядь. Был, был рядом есть со мной. Нет, есть переписка. Слушай, есть переписка, которую я лично видел. С этой переписочкой, с, видел, с этой переписочкой, с телефонными звоночками. Вы идете в следственный комитет органов, а и тут? подаете Боже, заявление на человека пойти. за нарушение законодательства Российской Федерации. Но ты же не отрицаешь, что это было с Я твоей стороны? Я максимально отрицаю, что это было. Такого не, не было. Не-не-не, вот это сейчас, блядь, понимаешь, вот, какова твоя цель? Что ты должен был сделать? А ты такого был не было. Стрим, посмотреть, посмотреть видео, просто признать то, что ты обосрался, да, ты сделал много хуйни, и все. Почему ты не можешь это просто признать? Зачем ты сидишь и оправдываешься сейчас? При my... этом еще глубже себя закапывает, тем признать самым. что? Для чего? Призна... Я должен признать что? <coughs> признать все, блядь, что есть в этом видео. Признать ту хуйню, которую ты признать по накрутку? отношению к Макривскому делал. Хес, yes, а ты ли не Зачем? тот Просто человек, который с самого начала топил, что у меня нет накрутки? Ты ли не тот самый человек, который всем говорил, что у Никоглая нет накрутки? А сейчас ты мне говоришь, признай накрутку? Не-не-не, я тебе не про накрутку говорю, я сам видео еще не смотрел, я не знаю, что там по поводу накрутки говорится. Я тебе сейчас про другие вещи вообще говорю, про Макривского, блядь, про вообще всю хуйню, которую ты сейчас сидишь здесь, блядь, на стриме, э, пускаешь слезы зачем-то родители своих сюда э, приплел. Типа, я опять же, оправдываю все свои жизни. действия, что ли, тем самым. Я не типа оправдываю это... свои действия. Тебя я люди рассказал... должны простить за это все или что? У тебя очень узкое мышление, максимально. Оно очень узкое и очень такое вот. Обоснуй, обоснуй, блядь. Примитивно. узкое мышление. Обоснуй, 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 обоснуй. Обосновываю. Все, что Давай. я говорю, все, что я говорю, это. И косвенно и прямо касается дела, которое сейчас происходит: конфликта, событий вокруг меня, каждое мое слово напрямую с ним связано. Напрямую. Я не несу как какой-то. Как связаны мои слова с тем, что сейчас происходит? Ну да, ну то, что сейчас на стриме, пытаешься как-то оправдать. Так включи то, мой стрим, сказал, и ты поймешь. Детство сложное. У меня тоже было сложное детство, но я же хуйню не делаю. Да, сложное детство. Я же не делаю хуйню, блядь. Проиграли, наверное, все то у не учат, занимаюсь, том, понимаешь? Ладно. Ты не знаешь, что такое сложное детство, Хисус? Ты да, не видел тебе, серьезно, того, что, что видел я. Ты не делал то, что делал я. За деньги. Ну ты не знаешь, что делал я, например, понимаешь? А при чем тут деньги вообще? Ну, потому что там что-то употреблял, что... тоже я не понял, к чему это вообще. Ну, ты же сам У понимаешь, меня... что ты обосрался. Ты же сам это прекрасно понимаешь. Ты поэтому все Подожди. это на стриме говоришь. Вся суть в том, что и ты Пытаешься заходишь... давить на жалость своей Вся... аудитории. Вся суть в том, что ты заходишь и говоришь мне о том, все, что ты сказал, никак не связано. Это тебя не оправдывает. Это хуйня. Ты обосрался. Ну, ты да, не конструктивно, да, есть, есть, фактически есть, есть. Есть. решаешь со мной есть. вопросы. Ты просто как хейтер говоришь. Ты обосрался. Ты сказал то-то, ну, то-то, то ты это опять за да, старое. Мы же с тобой об этом <laughs> уже общались, блядь, еще тогда на моем стриме. Что ты не хейтер? Ты всего лишь говоришь по факту. Правильно? Да. Именно, да. И сейчас в том числе. Ну, то есть, я понимаю, тебе Нет. неприятно это слышать, не но это факту. правда, ебаная. Вот и все. Ты не по факту говоришь, брат. Ты не по факту говоришь совершенно. Бля, для тебя не по факту э, говорит любой, кто говорит что-то против тебя. Против тебя говорят все люди мира. Почти. Люди Под, мира, Подде <laughs> я сказал. Ну да, громко Ничего говорю. Но против, лет, меня, ты, против меня. Смотри, Хес, смотри, Хес, вот ты говоришь, причем тут мои слова. Давай, давай, давай разберем с тобой. Заново я скажу очень коротко то, что я говорил. Видимо, ты пропустил мимо ушей, потому что то, что ты несешь, для меня является хуйней. Смотри. Хорошо, цир... давай, я тебя послушаю. Давай, давай, давай. Смотри, я говорил о том, что у меня большой онлайн, кичусь цифрами. Спроси, при чем тут вообще твой онлайн, что ты несешь? Спроси, я это хочу. Спроси. Спроси про ну, онлайн. Спросил, yes. представь, что я спросил. Спроси меня, Коля. Еще раз, я хочу, чтобы ты спрашивал, я отвечал, чтобы это нормально на ТикТок нарезали, понял? Давай, вот сейчас спроси у меня. Вот я буду говорить про онлайн, а ты спроси, Коля. Коля. Да, Коля, при чем здесь вообще твой онлайн? Хес. Yes. А мой онлайн здесь, при том, что именно мой онлайн спровоцировал все, что сейчас происходит. Ненависть ко мне. Разоблачение на меня. <связать> Именно мой онлайн, <связать> онлайн это спровоцировал. Ты скажешь, Блядь. это здесь ни при чем, но это напрямую связано с тем, что сейчас происходит. Макривский, сука, я стримил три года. Не три, ладно, два года я стримил на тысячу онлайна. Я делал то же самое, что делаю сейчас. <связать> За мной точно так же были грешки. Четкий вопрос. <связать> где разоблачение на меня? А его нет. Потому что у меня тысяча онлайна, поэтому нет разоблачения. А сейчас у меня 200 тысяч онлайна. Опа! Появилась работа. Появился вариантик хайпануть. Появился вариантик нагнать себе трафичек. Это никак не связано, Хес. Я приплел за уши. Я несу хуйню, скажи. Я несу хуйню, не хуйню, брат. Подожди. Да, ты несешь хуйню. Ты реально несешь хуйню. Ты опять начинаешь цепляться, блядь, за эти ебучие цифры пытаясь оправдать все свои действия, все, что ты делал, блядь. Зачем, для чего, я просто не понимаю. Мои цифры я повторяю, это действительно. Ты десятый заебал раз. ли с этими цифрами я, уже. Я, я всем, Можешь да. вообще абстрагироваться от онлайна? Вот просто Ты, зад, про ты задал про это вопрос, просто бро. Я не... что не существует таких цифр, которые у тебя есть, которые ты так хвастаешься. Э, дорогой блядь. Хесус. Ты просто за, ты вот задал забудь вопрос. про это. И посмотри на то, что делаешь ты. Вот Дор и дорогой мой друг, извини, что еще раз я так тебя перебил. Возможно, некорректно было с моей стороны. Я бы хотел тебе сказать, что ты задал вопрос касательно моих цифр, я попытался тебе дать ответ, ты меня перебил. Ну это странный ответ, это какая-то хуйня. Ты опять, что ты сказал, что все пытаются на тебе хайпануть, просто потому что у тебя большой онлайн. Сейчас есть открой. Хочешь трич. сказать, что Макривский придумывает? То есть, все, что он сказал в видео, да, это все выдумка. Нет, Нет. Это, там есть правда. Это же не выдумка. Там есть правда. Это правда? Которую я вообще а, ни капли вот. не отрицал. Там есть правда. Там действительно Окей. есть правда, которую так. я, кстати, сознался на стриме. Э, а поч почему ты видео не посмотрел? Братан, оно про накрутку. Это дешевая хуйня. Там На не фоне... только про накрутку. Там не только про накрутку. Скинь его, скинь его. Давай прямо сейчас его посмотрю. Давай вместе, как мы и хотели. Прямо сейчас его посмотрим. Еще раз, вот я не смотрел. Давай еще раз. Оно же у тебя осталось. Это видео. Бля. Да, оно у меня осталось, да. Оно у меня есть. Давай, скидывай. Я могу тебе его скинуть. Хорошо, я тебе. Ты так да хочешь скину. поговорить про видео? Давай поговорим. Скидывай. Я тебе в дискорд скинул. Вижу. Слушай, Сюда. По... Вижу. Так, трансляцию тебе включить в дискорде. Будем делать это очень давай, быстро. Давай, давай. Давай, давай. Будем делать это очень быстро. Так. Трансляция... Нет, не, давай не будем это очень быстро делать, а будем делать нормально. Окей, okay, трансляция есть? Uh, сейчас, подожди. А, минуточку. Блядь. Говори тайм-коды, самые важные для тебя, потому что там много воды, брат. Очень, блядь. Какие тайм-коды? Не, надо видео полностью смотреть. А, нету воды. От важных... начала? От начала до конца. Без проблем. Какие там коды? Я это видео тоже не смотрел, я не знаю. С самого начала. О том, как. Просто знаешь, в чем проблема? Каждый зритель, практически, я хочу сказать тебе, в чем основная проблема твоего предложения. 80% зрителей, которые нас сейчас смотрят, уже посмотрели этот ролик и не один раз. 80% зрителей. Как думаешь, им сейчас будет по кайфу с нами сидеть его смотреть? Вот такой к тебе вопрос. Да, да, им по кайфу будет. Потому что всем интересно услышать то, что скажешь ты. Как ты будешь себя оправдывать? Окей, okay. давай э, опросники ебанем у меня на канале. Если зрители проголосуют да, я просто к ним прислушиваюсь. Я работаю на зрителя. Зритель это мой работодатель, я работаю не Блять, на себя. Как... Какой опросник, типа смотреть видео или нет? Да, просто опросник, и все. Если меня проголосуют за да, все окей. Без Бля, опросника. я уверен, что они будут только за, потому что ты видео даже еще не посмотрел. Они сто процентов захотят его посмотреть. Я хочу нет, увидеть ну, нет это даже от них. смысла. Без проблем, да, я хочу увидеть степени. это от них. Просто ебаните опросник, я увижу да. Я нажимаю play, и мы смотрим. Я хочу увидеть, что мой зритель <с <с хочет хорошо. это видеть. Я надеюсь, у тебя есть модераторы в чате, которые могут это сделать. Модераторы вопрос создать? Они додумаются. Вы запустили опросник модератора? Да, за запустили. Итак, а, запустили. Ну и что в итоге? Смотрю. Ну, как бы ты уже видишь, что большинство голосуют за то, чтобы. Да, да мы. Вижу. 80% да. Поехали. Все, все. все. Поехали. это все, что мне нужно было. Для тебя это формально. А это все. А что люди это люди от тебя важно. и ждут сейчас, понимаешь? Чего они? Ебаный рот. Чего а, они? Ждут, чтобы ты посмотрел видео. Все, без проблем. Прямо сейчас я его посмотрю. Поехали. баланс. Подожди, стоп. Стоп! Подожди, стоп! Стоплю. Мне в чате все спамят, чтобы я посмотрел концовку почему-то. Ну давай посмотри посмотрим концовку. Целый, ролик, Конец. целый ролик, целый ролик и вместе посмотрим концовку. Я ж запустил ролик. Чат, да. че вы, блядь, спамите мне? Какую концовку? Зачем? Почему? Че за бред? Мне перемотать на концовку ради твоего чата. Хес, перемотать? Я не знаю, Мне все пишут про концовку, блядь. Давай, какая какая минута? Говори Хес, я перематываю на концовку ради твоего чата, ради твоих э, зрителей. Я работаю на всех зрителей. Мне самое главное, чтобы человек получал эмоции и впечатления от просмотра моего контента. А не чтобы он сидел. Подождите, давайте, чат, скажите просто минуту. Скажите минуту, Минуту, на которую надо перемотать. Минуту. Все, скажите минуту. Блять, концовка <с Bright> это может быть последняя секунда. Какая именно тайминг, тайминг? Скажите время, время. Куда? Uh, последние 20 секунд. Охуеть, хорошо. Давай, давай, последние 20 секунд включи. Последние 20 Я секунд. Я не знаю, блядь, надо давно прикалываться нахуй, что ли? Поехали. Это 46-24. 46-24. Ну, 46, похуй, давай. 46-20. Просто... Поехали. Давай. Последние 20 секунд. А, там может быть э, запрет Твича, как думаешь? Да нет, конечно. Окей. Всем пока. Так, и что? Скример? В смысле, а чего будет? Ну я возьму бандитов. А, все понял. Понял. Спонифика а разговор. Спонифика ну, разговор по телефону. Ну, вот, окей, так, вот, я тебе про это еще в начале говорил по поводу бандитов, я которых это... ты там я хотел. Это... На Макривского натравить, ПСБ, блять, в полицию там. Послушай, вот давай, это ж твой я... голос был, это был твой голос. Я чё могу ты сказать, скажешь? что спокойно, что нет, могу сказать, это все э, хейт, это все э, неправда, чё, смонтировано. Блядь, ты знаешь, э, ну... я тебе, я тебе скажу, бро, так. В суде цифровые ну, это же материалы... Смешно. Смотри, ну, послушай, это же смешно. Послушай, это, меня. это, это очень смешно. Я понимаю, что сейчас. у тебя в голове. Я, я прекрасно понимаю, что у тебя в голове и у зрителя. В суде цифровые материалы абсолютно не принимаются, так как они легко фабрикуются. Но я отвечу за эту хуйню. Я отвечу за эту хуйню. Да, я делал какие-то да. бывало ага. черные вот дела, грязью занимался, конечно, ага. говорил... Вот сейчас, ртомки. в данный момент времени, да, на днях. Ну, это последнее это, время. Ну, вообще, этому но. разговору год, если что, но. Как, какой, кого. Этому разговору год, который а, будет ну сейчас. Окей, окей, этому окей, разговору окей. год. Ага, так. И, и моя ну, не, пози... не имеет значения, год ему или 10 смотри, лет. Смотри, типа, смотри, я свою позицию высказал, высказал уже три раза, и я скажу ее четвертый раз. И, э, про панифику... Ты, ты же не знаешь, да, про нашу историю. Тебе рассказать нашу историю с панификой? Не, не, а кстати, досмотри видео. У тебя там еще 4 секунды. Сейчас досмотрим. Ну, досмотри, я, смотри, я знаю, ну, что там, я знаю, что я там говорю, друг. Я знаю, что я там ну, говорю. Я не знаю, я не смотрел. Я хочу услышать. Открой себя. Открой себя, посмотри. Я знаю, что я там говорю. А, я ты... не хочу, чтобы это слышали мои зрители. Вот не хочу. А -а -а, Они откроют и сами посмотрят. Да? Я... Это же монтаж, блядь, все равно, ты же сам это сказал, монтаж, что это все конечно, хейт. Чувак, ну, смотри, ты мне, предъявляешь, ты мне предъявляешь как как за эту хуйню, за которую я уже сказал в начале стрима. Ты сидишь и мне за нее предъявляешь. Я в ней ты сознался, видишь, ты в начале стрима но косвенно. Не я в ней сознался, нихуя но косвенно. Пойми, ты одну истину, которую ты понимаешь, но играешь зачем-то в дурака. Друг, я не могу вот взять... Вот я тут в дурака играю. Ты играешь в дурака. Я не могу не, взять не, 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 не. и четко признать. Что я говорил такие вещи, это было. Ты, потому что за это наказывают, за это наказывают по закону. И я не могу это признать. Ты это знаешь прекрасно. А, вот ты это знаешь ага, прекрасно, но строишь из себя okay. дурачка такой, типа, okay. ой, посмотри, okay. посмотри. Okay. Uh -huh. Хес, ты не дурак, не играй в дурака, ладно? Тебе не идет. Тебе не идет, у тебя наебали. То есть написано. ты не хочешь это признавать, потому что ты боишься это признать. Я, я не нич... да, потому что, возможно, ты это за сфабриковано. Это сфабриковано. Бро, это сфабриковано. Хорошо, в нет. Принципе, ну, все. Мы, 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 мы все поняли. Мы я? все поняли, я? зрители все Отлично. поняли. Отлично. Это ну, окей, и есть хорошо. суть моей Ладно. работы. Чтобы зрители случае. это поняли. Чтобы зрители случае. это поняли, это суть моей работы. Это, это ты говоришь, это было год назад, да? Год назад. Да, примерно. Больше, даже. Это было год назад. Даже окей, больше. Но ведь это же хуйня повторилась и сейчас тоже, да? То, что вот когда ты узнал, да. что Макривский разоблачения выпускают. это И все то же самое это начал делать по отношению к макривскому. Это зачем? повторилось, это повторилось. А ну, и, ну смотри, вот, вот я, 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 я на слове понимаю твой вопрос о чем ты говоришь. Окей, можно я буду сразу отвечать? Друг. Ну ты хотя бы извинись за Щ вот эту всю хуйню, вот это, извинюсь, за эту грязь ебаную. И извинюсь, и на колени встану, я все сделаю. Просто рад. я тогда не понимаю, зачем ты все сейчас сидишь пытаешься оправдывать? Брат, Цифры, дай мне сказать. Дай мне ты задал вопрос, я... ты все, задал хорошо, вопрос. Давай, говори. И вместо говори. того, чтобы дождаться ответа на вопрос, ты задаешь еще 10. Хес, так ведут диалоги и взрослые, взрослые, я, я тебя один, Я тебе даже вопросы не задавал. Задал четкий ты конкретный думаешь, вопрос. Ты, блять, ну для чего все это? Пожалуйста, что? можно? Ты будешь задавать вопрос, я буду отвечать, а не ты будешь задавать ну, 10 отвечай, вопросов отвечай. и не давай, ждать моего давай, ответа. Давай. То есть, ну, ты Отлично. ведешь диалог просто не как взрослый конструктивный ну, человек. все, ответь уже, блядь, ответь. Бро, смотри, представь: ты живешь на земле, да? И человек какой-то желает тебе зла, открыто говорит, я тебя сломаю карьеру, я тебя уничтожу, я солью в интернет фотку твоего члена, я солью твой адрес, твой номер, человек открыто говорит тебе о том, что он тебя ненавидит всем сердцем, и он сломает тебе жизнь, если у него будет возможность. Представил, да, такое? А теперь скажи um... мне, а теперь скажи мне, ты к этому человеку, который так тебе говорит, делает тебе зло, ты питаешь к нему Любовь, ты, наверное, хочешь, чтобы у него все было хорошо. Ты не хочешь за то, что человек такое говорит или делает прищучить нахуй гада ебаного просто его, блять, объяснить ему нормально, что нельзя так делать, объяснить так, чтобы он так не делал. Не просто словесно сказать, чувак, нельзя так делать, а объяснить нахуй, понимаешь, объяснить четко то есть, и доходчиво. Вот эти методы. Вот эти мелкие, Я их осуждаю. Пытался... Я их сейчас осуждаю. И но считаю, в моменте на объяснить. эмоциях. Это не объяснение, это хуйня полная. Я их прямо сейчас осуждаю. Это полная хуйня, это зло. Но в моменте на эмоциях, когда человек открыто говорит, что сломает мою жизнь, он меня ненавидит. Он сольет все, что знает обо мне Я в он интернете. Он сольет все, что он знает. Говорил. Это ты так думал, что он сольет все? Изначально видео вообще о другом было. Про накрутку. Я, ты зашел поговорить. А потом уже ты, начал ты думать, ты что там все, тебе пиздец будет. Секунд, ты запаниковал, блядь, секунд. ты, за, ты запаниковал. И давай давай я буду тебя творить. мутить тогда уже в дискорде, раз ты не даешь мне сказать. Ты не ведешь диалог нормально. Я начинаю речь, ты как ее перебиваешь. сказал. А я ничего тебя. Я ни разу тебя не перебил. Ты позоришься нет. сейчас. В глазах. Я, зрителей. Я, я позорюсь. Да, потому что ну, перебиваешь слушай, нет, подожди, и не даешь зрители собеседнику сказать. иначе? Зрители считают иначе. Твои зрители считают иначе, они и молодцы. твои В том числе у тебя сообщат стоит, открой чат, посмотри, что твои зрители Твои зрители, зрители в чат считают чат. иначе. Им большущий респект, что они тебя поддерживают. Они красавчики, нахуй, что они за тебя. Даже если ты будешь не прав, я надеюсь, они будут за тебя. Большущий респект им. И они должны тебя поддерживать. По-другому быть не может, брат. По-другому быть не может. А теперь, да, я договорю свою речь. Когда человек открыто желает мне зла, говорит о том, что сольет все, что на меня есть, если я не скину ему денег, нахуй, если я не дам ему то, не дам ему все, когда человек так делает, я искренне желаю ему зла, и я искренне хочу ему доходчиво объяснить, что так со мной разговаривать нельзя. Такое мне говорить нельзя. Я делал это плохими методами. Я не, я не осуждаю, ну, точнее, я осуждаю, но я не одобряю эти методы. Эти методы очевидно плохие, это неправильно, но я делал их на эмоциях. Мною управлял не разум, мною управляла ненависть к человеку. Вот и все. Я пояснил за эту хуйню. И это, это так просто. За это даже не нужно пояснять. Что когда тебе желают зла, ты ненавидишь в ответ и делаешь все, чтобы он пожалел о том, что желает зла. Это банальная жизненная хуйня, а вы ждете за нее пояснения, как малые дети. Слушай, ну... <laughs> ну ты какой-то припизнутый. Я не знаю, что еще добавить. Это неправильно. Во-первых, он... где он тебе желал зла? Все, что ты сейчас перечислил. Я не видел, чтобы Макрицкий где-то в открытую это обсуждал, угрожал тебе. Чат, Бро, может быть, вы подтвердите, но я не видел, чтобы Макрицкий прям открыто заявлял, что он хочет За тебя всю уничтожить. свою жизнь, за всю свою жизнь я ни разу в своей жизни не слил свой диалог с кем-либо. Может, показывал с рук другу, который находился рядом, смотри, что пишет. Но я никогда не сливал переписки, не скринил, Нет, что извини, мне. пишут. не Но такой диалог лучше слить, реально. Без проблем. Ты, я, блядь, я, я к зрителям там... обращусь. Я к зрителям обращусь. И, Хес, ты меня не понял, ты меня осудил за мои действия. Твои зрители тебя поддержали. Все так, как и должно быть. Ты красавчик. Ты осуждаешь эти действия, ты меня за это ненавидишь. Это правильно. Делай свое дело дальше, зрители тебя поддержат. Я тебя понимаю как человека, я не желаю тебе зла в ответ. Потому что ты не говоришь мне, что ты сольешь все на меня, оплати мне деньги. Ты просто мне открыто говоришь. Я считаю тебя уебаном, я с тобой не согласен. Я тебя поддерживаю, красавчик, бро. Это нормальное, приемлемое мнение, которое абсолютно уместно. Все, мы пришли к тобой к выводу. Мы с тобой можем закончить диалог. А, я, не, ну я в принципе услышал то, что хотел услышать. Это супер. Я не знаю, что. Еще. Я сказал тебе ну, то, что отлично, ты хотел услышать. Да? Но ты заметил, а -а -а. как вы сильно хотите услышать очевидные, банальные вещи? Насколько же вы дети? Вы хотите услышать самую банальную, которую понимает каждый вообще ребенок, что когда тебе делают зло, ты желаешь зло в ответ. То, что я делал, это неправильно. Я это осуждаю и более я так делать. Не буду, потому что осознал, что mm -hmm. поступки на эмоциях они не ну самые. Ну так правильные. ты, извинись перед Макривским-то хотя бы за такую-то хуйню. То, что он у тебя какое-то разоблачение записал, чел, ну, блядь, то, что ты сделал, это вообще я пиздец. Накажу. Кого людей? накажешь, нахуй? Людей, которые желают мне зла. Я поговорю с ними. А ты что, бог, блядь, наказывать людей? Хес, yes, пойми меня. Мне тоже много правильно. кто зла желал, и что теперь мне? Наказывать каждого, блядь? ФСБ вызывать, там еще какой-то хуйней заниматься? Каждый. Миллион рублей платить за то, чтобы там мне что -то, кому-то точнее что-то сделали? Каждый, это же ненормально. кто что, блядь, желает Путин. искренне мне зла, каждый, кто хочет на меня что-то слить, плохое сказать, я клянусь. Абсолютно каждый человек об этом пожалеет. Абсолютно каждый, я тебе клянусь. Такова mm -hmm. моя позиция. Она для тебя неприемлема, потому что это mm -hmm. моя позиция, не твоя. Она жесткая mm -hmm. и строгая. Но, Но как. Каждый... ты сейчас зря это говоришь. Понимаю. Я много что и говорю ты зря. стрим запустить, ты хотя бы Я ничего не обдумывал. Я ничего вообще, не, обдумывал. Я ничего вот не зря. обдумывал. Вот Абсолютно. в этом и проблема. Потому вот что я искренен проблема. перед людьми. Была грязь, которую я хотел скрыть. У меня не получилось. Я думал, что Макривский ее нарыл. А он ее не нарыл, блять. Он ее, оказывается, не нарыл. Он, оказывается, ролик про накрутку сделал. Ебаная тупая его голова. Он не нарыл ту грязь, которой я боялся больше своей жизни. Поэтому на эмоциях я сделал то, что я сделал. И если вот ты думаешь, я тебе блять, изначально сказал, что ты запаниковал, блять. да при запаниковал. этом ты говоришь, что я не прав, нахуй. Я, я запаниковал. Ты даже не я... знал, что видео, но ты начал, блядь, копать под Макривского всю эту грязь, блядь, делать. Даже не знаю, что там будет. И ты понимаешь, почему? Я уже и миллион раз объяснял. Тем самым ты почему. себя и, соответственно, все. Смотри. Я себе веришь, у меня будет больше онлайн, чем у тебя еще ближайшие лет 10. Да мне похуй на онлайн, понимаешь, Но ты говоришь. Ты говоришь закопал, но по факту есть люди, которые меня поймут, и их, к твоему сожалению, к моему счастью, очень много людей, которые меня поймут и поддержат. Как можно понять? Блядь, подожди. Подожди. Как можно понять меня? Это твой вопрос четкий. Вот я хочу, чтобы ты его еще раз проговорил. Как можно тебя понять? Да. То есть для тебя абсолютно неприемлемо желать зло в ответ на зло и делать... Нет. Это правильно. Ну, тем более в таком формате, как ты, в тотальном ёпта формате, нет, это вообще неприемлемо. Да, согласен. И на эмоциях сказал хуйню. Еще 10 тысяч раз давай это обсосем. На эмоциях сказал хуйню, согласен. Я это признаю, что я был неправ в моменте, как я хотел решить этот конфликт. Я признаю, это неправильно, но я не отказываюсь от своих слов и от своей позиции. Каждый человек, что желает мне зла, за это заплатит. Я отдам все, что у меня есть. Но человек заплатит за то, что желал мне зла. Он будет ходить по улице, будет ходить по улице в магазин и, и будет покупать себе продукты домой. И у него все будет хорошо. Mm -hmm. Угу. <звук> <звук> Че, тебе самому смешно, да, стало? <звук> да, я просто понял, что искренность свою нужно давить. Я очень хочу быть искренним, я очень хочу говорить то, что думаю, но общество меня не поймет, общество не примет мою позицию. Они все думают так же, но для них эта позиция неприемлема. Поэтому от меня отвернулись все, потому что вы все лицемеры. У вас у всех в голове ровно то же самое, что у меня, ровно то же самое. Но вы никогда это не признаете, потому что вас за это схавает общество. Не, потому что мы просто адекватные люди. У да. нас есть мозги. Да, ты показал. Одно дело думать о чем-то, а другое дело делать, блядь, понимаешь? На меня тоже разоблачение записывали, и что мне теперь, блядь? Уничтожить человека! Потому что он посмел про меня что-то сказать. Я бог. Вот как ты звучишь. Вот четкий вопрос. Никто тебе. не имеет права про меня что-то говорить. Не. Даже если это по факту, блядь. Ладно бы, если на тебя пиздели, ну. Вы, высокомерно, так, значит, высокомерно, да? Высокомерно. Но тебе же по факту предъявляют. Высокомерная моя, ответ... моя позиция. В этом, в этом ты и прикол. Ты просто в ней не согласен. Она для тебя неприемлема. Но на самом деле, Хесус, АВГН. У тебя в голове ровно то же самое, что и у меня. Ты ровно точно так же, как и я. Не хочешь, чтобы под тебя копали информацию, сливали о тебе грязь, обсуждали тебя в плохом ключе, говорили, какой ты гандон. Ты ровно так же, как и нет, я, этого не хочешь. никто этого не хочет. Да никто этого не хочет. И ты я ровно же так же, блять. как и я, принимал у бы меры. Людей, ты принимал бы меры, как и я. Ровно точно нет. так же. Ты принимал нет, бы нет, нет. меры. Может, ты бы и не принял тех мер, которые принял я. Ты бы не пошел на крайность, но ты бы принимал меры. В любом случае, и это факт, у тебя в башке ровно то же самое, что у меня. Ты пытаешься играть в правильного, но все мы люди, не ангелы. И нет смысла пытаться показывать, кто ты, и играть в лицемера, нахуй. Я не лицемер, я четко заявляю свою позицию, нахуй. Я четко говорю о том, что я думаю. Понимаешь? В чем разница моя ага. от вас всех, хуйсосов? От всех вас моя разница в том, что я говорю то, что у меня в башке, блядь. То, что я искренне думаю, а не то, что, за что меня не схавает зритель. Не то, за что меня осудят. Ой, это нельзя, говорят, за меня осудят. Блять. Так. Вы что С... ты? Блять. Давай, продолжай. Ну продолжай, ну? Я тебя слушаю. Я устал. Разговариваю. Бля, я только тут музыку эпичную включил. Ты прям звучал, как какой-то супергерой, блять. У меня просто аж башка заболела. Ну ебаный свет, блять. Не-не-не, я, я с тобой не согласен. Хую несешь вообще абсолютно полную. Красавчик. Не принимаю эту позицию. Понимаешь, вот сидит ты лучше. говоришь, я думаю так же, как ты. <laughs> Нихуя. Хуя. Как бы я на твоем месте поступил? Расскажи. Да, я бы тоже запустил стрим. Я бы сел и просто бы признал свою ошибку. Сказал, бля, ребят, долбоеб, признаю, прошу прощения. А теперь послушай, а теперь Это послушай в чем наш... разница моя от тебя? Послушай, а в ты сидишь в чем... и начинаешь про цифры послушай, говорить. Послушай, в чем тебя. разница моя от тебя? Послушай, в чем разница? Почему я не сделал так, как сделал ты? Хотя, наверное... Твоих слов, ты считаешь, что твоя позиция и решение этого вопроса, оно максимально правильное, в отличие от моего. Почему я не поступил так, как поступил ты? Объясняю. Давай. Я всю жизнь, ты это прослушал, я рос в долгах. То есть я никогда... Не то, что у меня не было денег, я их был должен всем вокруг, потому что мой брат так постарался, что я был должен денег всем вокруг. Два ну месяца и... назад, вдумайся, всего лишь два месяца назад я зарабатывал 100 тысяч рублей в месяц. Не 5 лет назад, 2 месяца назад я зарабатывал в месяц 100 тысяч рублей. И сейчас, в данный месяц, я заработал сильно больше. Сильно больше. Ты скажешь, опять включишь дебила. При чем тут это? О чем ты вообще говоришь? Как ты это любишь делать, но ты все понимаешь. Ты все понимаешь, при чем тут это. А это при том, что цифры, Цифры ударили в голову. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу, понимаешь? Я получил то, что для меня было недосягаемо на протяжении всей жизни. Я получил это по щелчку в момент. В один момент! За одну секунду, за один месяц я, пору... я получил так такие деньги, такое вокруг себя обсуждение, что это не могло не сказаться на моем характере, на моих поступках, на моем отношении, на моем общении. Это не могло не сказаться, ты это понимаешь прекрасно. Все? Да. Охуеть, конечно, круто. Ну не та один, знаешь, зарабатывает много денег. Не та один, который мог там как-то неожиданно... Блядь, почему Ивану Золо башню нахуй не снесло? Чем он, блядь, сейчас не сидит, тоже какой-то хуйню не занимается? А мог бы, знаешь, на батю там сказать... Он ты, красавец. блядь, ты че нахуй? Да я столько заработал, батя, блядь, ты мне тут сейчас что-то запрещаешь. Потому что Ваня, в отличие от меня, красавчик. Потому что Ваня, в отличие от меня, красавчик. Он уравновешенный. у мозгов больше. Да? Но ну, я говорил так? о том Пусть в начале стрима, что я неуравновешенный, есть бумаги, подтверждающие то, что у меня есть психические расстройства, я хожу к психологу каждый день, и я не прошу меня пожалеть или понять, а я оправдываю свои действия законным фактом, медицинским, что у меня реально есть беды с башкой нахуй, и из-за этого я говорю иногда, делаю хуйню, потому что правда, по-настоящему, я больной на голову, по-настоящему. Это, ты скажешь, это тебя не оправдывает, это тебя не оправдывает. Хорошо, это меня не оправдывает, но это говорит всем и объясняет четко мои мотивы. Почему я так делал, почему я так говорил. Всем ясны мотивы. Я лишь доношу до людей мотив. Почему, что и как. А ты можешь сказать, что на бумажке-то написано от врача? Что написано? Ну, на бумажке-то что написано? Что у тебя за этот. На какой бумажке? Вот здесь, в телефоне? Да не, блять, ну ты говоришь, у тебя там какой-то это, болезнь у тебя там или что? А, у меня эпилепсия была, в детстве э эпилепсия и еще какая-то хуйня. Я не лез разбираться, потому что это все мне диагностировали в возрасте 12-13 лет. То есть, очевидно, я не запомнил, что там четко написано, потому что я не держу это в башке. Но я так понял, ты хочешь, чтобы я поднял и показал тебе эти бумаги, правильно? Это был твой посыл. мне достаточно было бы, если бы ты просто сказал, что за диагноз. Он диагностирован был в 13 лет. Я его не помню, но четко знаю, как мне доносила моя тетя, тетя Света, что у меня беда с башкой. Есть. И ты считаешь, что вот, вот эти действия, которые ты сейчас делаешь, это те самые беды с башкой? Да, сказались. Ударили в голову цифры, ударила в голову э, мое психическое, действительно клиническое, поставленное мне врачами психологическое расстройство. Ударила в голову, и я сделал хуйню. Да. Это не, не, не оправдание для тебя, да? Правильно? Ну, абсолютно. Хорош. Но для меня... Ну, потому что я тоже могу сказать, что я там пизданута на голову, ребят, как бы и все. И тем самым. Ну я же при... объяснил просто в отличие от тебя, я объяснил что, как. Да и не, почему. ну я, я понимаю, ты объяснил, да, но. У mm. меня очень, у меня очень на самом деле болит голова диалога с тобой. Я вижу, что ты очень сильно стараешься всеми силами показать, что, ребята, я сейчас э, растопчу не сейчас я ему объясню. Mm -hmm. Ты всеми Знаешь, силами что проблема. Даже не старался. Я я еще не выспался, я вообще нихуя не спал, поэтому даже не старался. Но ты меня не слушаешь. Я тебе просто сказал очевидную вещь. Я тебя слушаю при. Прекрасно. Но ты сейчас ждешь, что от меня, что я с тобой должен согласиться и ты должен, понять тебя? Ты должен хотя бы сделать вид, что стараешься своего собеседника понять. Хотя бы сделать вид, что то, что говорит твой собеседник, это имеет вес. А ты всеми силами пытаешься Ой. сделать вид, что... То, что ну, я подожди, говорю, я это бы полная хуйня. Быть, Но для да. тебя это полная хуйня. Для меня это важно. Для зрителя моего это важно. То, что для тебя хуйня, важно для меня. Понимаешь, в чем разница? Мы разные люди с разными позициями. Я пойду и попищу. Сейчас приду. Я тебя замучу, чтобы ты не говорил хуйни. Извини. Mm -hmm. Сейчас буду. Дорогой Хесус, теперь я хочу подвести итог. Я подведу итог. Ты, очевидно, скажешь, что я еблан, ты со мной не согласен, я плохой. Это правильно, это твоя позиция, но я подведу итог с твоего позволения. Позволяешь? Да, конечно. Итак, итог заключается вот в чем. Я обычный парень с Молдовы, который резко получил очень много всего. Очень много и резко. И я обошел всех на платформе Twitch. Всех стримеров обошел с огромным отрывом. По моему мнению, то, что я всех обошел с таким огромным отрывом, вызвало у них открытую, а точнее нет, они не могут себе позволить за это меня открыто ненавидеть, закрытую ненависть ко мне. То есть в них это зародило ненависть. А -а -а. Это можно даже по тебе сказать, когда ты очень частенько начал упоминать на трансляциях какие-то мои косячки. Стримил себе, стримил, и тут вдруг Никоглай косячит, и ты решаешь, решаешь об этом рассказать. Каждую трансляцию меня пару раз упомянуть. Это mm. тоже даже в тебе сказывалось, мой друг. Это даже в тебе сказывалось. Так вот, я продолжу речь. Мои, ци мои цифры вызвали, я считаю, искренне считаю, и это правда, закрытую ненависть людей ко мне. И все начали ко мне подсасываться и копать под меня. Все вокруг начали искать во мне союзника, узнавать мои секреты, узнавать что, как, почему я это сделал. Они это делали, играли со мной в дружбу. Но делали это лишь ради того, чтобы меня уничтожить, свергнуть. И вот сейчас момент, когда я захотел наказать своего обидчика. Это банальная хуйня для любого человека: желать зла своему обидчику, который желает тебе зла, а ты его знать не знаешь. Это банальная хуйня. Я, заказ... я захотел его наказать, захотел его наказать очень неправильными методами, которые я осуждаю. То есть я звонил ему на телефон и говорил: типа, ты дурак. Я осуждаю это, что я о так звонил и говорил. Я осуждаю это, эти методы, понимаешь? Это неправильно, я это признаю. Но я это делал на фоне психического расстройства, на фоне огромных денег и на фоне того, что я искренне, искренне всем сердцем ненавижу того, кто желает мне зла. Если я в этом виноват, если из-за этого я считаюсь в твоих глазах и глазах других людей мразью, то думайте так. Это ваша позиция, на которую вы имеете право, не более. Понимаешь? Таков итог. Mm -hmm. Таков не так, А мне дашь сказать? Скажи. Смотри, ты не первый, кто врывается на Twitch и все здесь переворачивает. Ты сам у себя на стриме говорил: вот Эвелон, там, бустер. У них тоже были огромные онлайны. Но ни один человек, ни один стример почему ты им не предъявлял за это, понимаешь? Потому что они коллабились. Ни у кого с ними. к ним не было какого-то негатива. Потому Наоборот, что они радовались. коллабились с ними. Заходили в один сквад, проводили совместные а, стримы. А я не коллабился, не делился. Вот гондон не делится трафиком. Oh, yeah. <laughs> ты... Нет, oh. просто они хуйню не делали, вот и все. Поэтому никто их и не трогал. Ты думаешь, как ты думаешь, я думаю, как я думаю. У, мы wow. разные люди. У тебя своя позиция, у меня своя. И я считаю, что я не колабился с этими отбросами. Я с ними не коллабился. И это вызвало Для тебя у них мы все отбросы получаем, потому что у нас просто онлайн меньше, чем у тебя... Нет, я не говорю, что если у человека онлайн меньше меня, он отброс. Я называю отбросом того, кто из-за того, что у меня онлайн больше, чем у него, искренне меня ненавидит и везде об этом рассказывает, пытается подкопать по меня, припомнить мои грешки. Этот человек отброс. Кто по-черному мне завидует. Вот это отброс. А если у стримера просто меньше онлайна блять, это просто стример с меньшим онлайном, но я его не оскорбляю. Ты пытаешься приплести то, о чем я не говорю. Красава, делай так дальше. Бля, приплетаешь как раз таки ты. Зависть, вот эту всю хуйню. Но приплетаю. Я нахуй это, это же не факты, да, бро? Это не факт. Нет, не, у меня лично к тебе вообще никакой зависти нет. Знаешь, то, тебе что я, я там верю. был один раз, полмиллиона зрителей, да, блять. Ну, nice. И что? Тебе я верю, что, что у значит, тебя нет зависти. Но э, хайповать на меня ты не стеснялся, упоминая меня практически каждую трансляцию, каждый мой косячок. Хайповать на меня ты не стеснялся. Ты серьезно думаешь, что я на тебя прям так жестко хайпанул? Ну да, сейчас ты пришел ко мне на трансляцию. Да, сейчас у меня много зрителей. Я дал тебе трафика, которого у тебя никогда не было, брат. Ты хайпанул на мне очень сильно. И я, я понимаю, нет, что... У меня был такой трафик, у меня было и больше. Ну сейчас, конечно, рекорд, но до сегодняшнего дня у меня бывал онлайн и больше. Смотри, я понимаю, что никто из вас, ни ты, ни Жожа, который стримил на средний онлайн 10 тысяч, после одного стрима со мной его средний онлайн стал 50 тысяч, это можно посмотреть. Никто Слушай, из ну вас не, не признает, никто не тут признает мою заслугу. Диппинс, Диппинс. Диппинс тоже красава. Dippin's, Dippin's, Dippin's Dippin's это красава? просто тиктокерская аудитория, вот и все. Кстати, обрати тиктокер. внимание, обрати внимание. При чем здесь ты? А Диппинс-то не стримит прямо сейчас, что? не нагоняет себе трафик на мне, как вы все. Обратил на это внимание? Хес, а где стрим Диппинса? Прикинь, какой бы у него сейчас онлайн был, если бы он высказывался по этой ситуации. Он жертвует цифрами. Он жертвует всем, потому что это друг. Это человек, который не завидует. Это, вот это человек с большой буквы Ч, который не использует любую возможность нагнать себе трафика, даже Знаешь, грязный. как это сейчас выглядит? Как? Вот я просто могу тебе объяснить. Вот есть ты, и ты такой насрал, огромную кучу говна прям вот под себя насрал, и <с> стоишь с этим дерьмом сейчас, и просто такой... Типа, а, смотрите, а вот он, а он вот пытается хайпануть, вот на этом дерьме, вот, который я высрал. Вот смотрите, он тоже типа плохой, Потому что это, наверное, плохо, блять, пытаться хайпануть на этом и я тебя не, немножко не понимаю. не понимаю, может, мне говорит. Ты насрал до да хуя? Ты есть насрал до да хуя? Я Просто насрал сделал, сделал, сделал какашек. Да. И тем самым ты пытаешься сейчас свое говно оправдать тем, что. А вот этот, типа, блядь, сидит сейчас и смотрит разоблачение, он хайпует на мне. Вы все хайпуете на мне на протяжении всей своей жизни. Я построил свою жизнь сам, а вы построили Рождения, свою жизнь коллаборациями с друг другом. Стримеров называют подсосами. Почему? Почему? Хесы. Почему? Я не знаю, кто это говорит. 90% Я стримеров людей, нет. открыто Я стримлю, называют подсосами. Весь 89-й сквад это подсосы. И это не мои слова, нахуй. Все, кто Видите? не Братишкин в 89-м скваде, все, кто не Братишкин и не Видите? Хесус, все, кто не Братишкин и не Хесус, это подсосы. И это не мои слова, друг. Это не мои слова. Я это все видел. В роликах на Ютубе, на стримах у других людей, в общении, в реальной жизни с этими людьми, которые так говорят друг, но я ничего не сливаю, в отличие от вас, ни переписок, ни разговоров, ничего, а ты бы знал, как много мне наговорили вы же, стримеры, про друг друга. И я ни слова об этом не скажу, но зато как только я скажу, вы все встанете на дыбы и расскажете всему миру о том, что я сказал, потому что у меня больше онлайн. Только поэтому. И это факт, друг, отрицай, но для меня это факт. Ну, для тебя все является фактом, что может э, тебя оправдывать в твоих глазах.